эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио и Алексей Орлов. Сегодня у нас по одному из современных календарей 15 сентября 2016 года, четверг, по одному из старинных 36-й день завершения 7524 лета, шестица. Мы начинаем живой эфир, который посвящен теме «Здоровый образ жизни». Автор-соведущая Чернова Наталья. Здравия тебе! Всем здравствуйте! Итак, мы с тобой говорили много на всякие разные темы, и вот, наконец-то, пришла такая общая тема к нам в гости, как здоровый образ жизни, то есть ЗОЖ. Почему именно эта тема тобой поднята, что ты хочешь донести до народа, ну и так далее. Вот такие примитивные, простые вопросы для начала. Действительно, тема такая обширная, вот, и, конечно, мы не сможем раскрыть там все какие-то подводные камни этой темы, потому что они тоже есть, как бы не казалось странным. Вот. Ну, я бы сказала, что эта тема, она такая, как общий знаменатель, что ли, всех вопросов, которых мы обсуждаем в принципе, которые касаются здоровья, там, будь то детское здоровье, там, взрослое, оздоровление, профилактика, все что угодно, то есть питание, косметика и так далее, и так далее. Вот. Это такой своеобразный общий знаменатель, который, ну, как бы тоже должен быть, и, мне кажется, такая опора, от которой вообще должно все исходить и на которую при этом все опираться. Вот, потому что, вот, как показывает практика, в частности моя и многих людей, которые сталкиваются с темой здорового образа жизни, это такое вот что-то сегодня, ну как бы, если, как мы знаем, все делается в этом мире, да, то есть если ты не можешь на что-то повлиять, начни это либо высмеивать, либо сделай модой. Ну, то есть, потому что когда это мода, это должно пройти, ну, то есть это как бы временно. Вот, поэтому очень многие в эту тему впрыгивают, вот, не понимая, что они это делают не для себя, не для своих там потомков, не для какого-то лучшего будущего и так далее, и так далее. Вообще там планетарного масштаба каких-то мыслей у них нет. Вот, это все как такая дань некая. Вот, и как бы вроде бы сегодня я такой, а завтра я такой, и как бы просто вот такой момент тоже есть. Значит, ну, давайте по порядку. Значит, первый вопрос, который я бы хотела обсудить, это, в принципе, необходимость. То есть, ну, это уже такая, не знаю, это уже необходимость такая острая, потому что общество насквозь больное. Вот, как бы самый яркий такой бич вообще современной медицины — это вообще полностью абсолютно больные дети. Вот, через, да что через одного? Почти каждый. Вот, поэтому, ну, это, безусловно, острая необходимость. То есть переход к здоровому образу жизни сегодня — он как бы даст, ну, определенные плоды завтра. Но только в том случае, если это не будет только данью моде. Вот об этом будем дальше говорить. Поэтому если как бы мы этого не сделаем сегодня, то есть это, в принципе, здоровый образ жизни, это, ну, мы закладываем такой камень ради вообще какого-то хорошего и светлого вообще будущего. Да? Вот. Потому что если говорить и сравнивать то, что было хотя бы там, вернее, то, что было, скажем, лет 10 назад, еще, насколько я помню, то, что сегодня, эта тенденция все-таки набирает обороты. Вот. Кстати говоря, благодаря странам, как ни странно, в которых все гораздо хуже, чем у нас. То есть я не буду там показывать пальцем, но я думаю, что многие догадаются, о каких странах я говорю, в частности, о стране, да. Вот, потому что те люди, которые как бы захотели выживать, вот, они, в общем-то, начали фундаментальные вопросы поднимать, и очень серьезные, очень много знаний серьезных как бы хлынуло оттуда. Просто у нас они, опять же, очень многие пытаются это сделать модой, я же повторюсь, отсюда, в общем-то, вытекают все возможные последствия, мы будем о них сегодня говорить. Вот. Поэтому вот это такой главный вопрос, такой, который я сегодня хотела бы поднять, это то, что это является необходимостью. И что надо делать, чтобы это не было временным, как нам с этим всем быть, да? Вот. Почему из этого пытаются сделать культ, из этого пытаются сделать, что это вообще там от всего, в общем-то, и все, ты сразу суперчеловек.
Вот, ты сразу умнее всех. То есть кто как решил эксплуатировать эту тему, что интересно. Вот, каждый почему-то мнит себя там суперспециалистом в этом теме. Хотя, как бы, ну, здорово, если есть там, не знаю, там хороший плотник, хороший дворник, хороший там врач, хороший, понимаете, то есть каждый хорош в своем деле, и только тогда общество будет, ну, достигать каких-то успехов, потому что каждый хорош в своем деле, вот и все. Вот. Это тоже еще одна проблема такая назревшая. Вот. Потом следующий момент, который хотелось бы обсудить, это как правильно вот этот здоровый образ жизни и грамотно внедрять в различных слоях общества. Вот. Потому что, ну, то, что хорошо одному слою, да, мы будем так говорить, не совсем хорошо для другого, потому что они просто не готовы еще это принять. То есть если мы резко начнем что-то навязывать, то просто махнут рукой, скажут, какая-то ерунда вообще, там, иди, там, ну, в таком стиле. То есть для того, чтобы это прижилось, надо действовать очень пластично и очень правильно. Вот. Потом следующий вопрос, который хотелось бы тоже поднять, это направление в здоровом образе жизни, да, вот в этом ЗОЖе. Значит, это целая как бы система мер. Это очень важно. То есть просто начать правильно питаться. Очень многие забыли. У нас очень много было эфиров по питанию. Вот. И почему-то все решили, что вот на этом все и заканчивается. Как бы я тут, значит, там салатика поел и пошел, значит, там, мыть ванну Доместоса. Ну, я так образно, да, или там не знаю, совершенно там наплевать человеку там на какие-то экологические там, не знаю, транспорт, например, там, ну, понимаете, то есть это должна быть как бы комплексная система, тогда это является вот этим ЗОЖ, потому что просто кушать там салатик и там не убивать животных, этого еще мало, это очень мало. Вот. Ну и, конечно, как заключительный вопрос, который хотелось бы рассмотреть, это практические рекомендации по внедрению всех вот этих пунктов, которые мы перечислили, собственно, вообще в жизнь, да, в быт каждого человека. Вот. И я бы еще хотела такой момент сказать, что не хотелось бы вот формат именно этого эфира делать таким монотонным, лекционным. То есть хотелось бы, чтобы это было все-таки в таком обсуждении, да, вот, а как вы думаете, как вы считаете, в таком формате. Какие-то вопросы, конечно, то есть, безусловно, я на них отвечу. Вот так. И еще важный момент, который хочу еще заметить, что все, что мы сегодня обсуждаем, и то, что вынесено вот в плане на сегодняшний эфир, то, что на сайте, вот на самом деле вот такого рода вопросы по улучшению качества здоровья, качества образа жизни в целом, вообще планетарного масштаба, должны подниматься вот на заседаниях ВОЗ, да, Всемирной организации здравоохранения, но никак не те, что витамины являются там полезны или не полезны. Ну, то есть вопросы, которые, ну, как бы у любого здравомыслящего человека, ну, понятно, что это какой-то полный бред обсуждается. Но тем не менее они обсуждаются там годами, поднимаются делегации и так далее. То есть вот основная как бы суть эфира сегодняшнего, основная мысль. Хорошая мысль. Теперь попробуем эту мысль воплотить в жизнь. Итак, давай начнем, наверное, рассматривать с самого начала, чтобы уже не затягивать все пункты, ты обозначила. Давай с первого самого и пройдемся. Надеюсь, наши радиослушатели нас поддержат, и в чате будут появляться интересные вопросы, которые Василий Васильевич будет сбрасывать к нам уже в наш малый чат, и мы будем их озвучивать и на них отвечать. Пожалуйста. Да, начнем с первого вопроса. Значит, это необходимость перехода на здоровый образ жизни. Ну, для того, чтобы, в принципе, давайте мы как-то характеризуем какое-то определение. Их, конечно, есть миллион, но мы на ком-то остановимся, там маломальски вообще приближенному к тому, что есть к сегодняшней реальности. Значит, здоровый образ жизни – это комплекс мер, комплекс, то есть который затрагивает и питание, и лечение, и профилактику, и какой-то уход за собой косметический, эстетический и так далее. И культура образа жизни в быту, там, проживание, питание, мыслей и так далее. То есть это комплекс мер, который направлен, безусловно, на максимально нетоксичное, да, взаимодействие вообще с окружающим миром. То есть то, что не будет приносить токсичность ни себе, ни планете. Вот. Но хотя бы это максимально снизить, насколько мы это можем. Вот это является комплексом вот этого здорового образа жизни. То есть мы, конечно, не сможем остановить полностью, там, потому что есть же еще момент шлейфа, который тянется. То есть нельзя вот так вот за одно поколение
взять и там резко изменить все, что творилось вообще все эти века вообще на планете. Конечно, так не получится, то есть это просто бессмысленно так считать, потому что есть еще формат генетических факторов, то есть ну, мы понимаем, что каждое следующее поколение, оно либо больнее следующего, либо здоровее. И это зависит на самом деле от нас, то есть если уже говорить о здоровье. Потому что то, как мы себя ведем, напрямую влияет на то, в общем-то, какое будет здоровье у будущего поколения. Поэтому вот очень многие, я вот немножко пример приведу, очень многие родители думают, что если у них как бы здоров ребенок, визуально я это подчеркну, потому что это не факт, что он здоров, то якобы все нормально, можно расслабиться, там можно себе пить, курить, и вообще, ну, я образно, да, и вести себя как угодно, потому что визуально же он здоров. Так вот, значит, его поколение уже будет гораздо больнее, чем даже он. Именно по той причине, что вы думаете, что ничего страшного. То есть точно так же по отношению ко всем аспектам, которые мы сегодня обсуждаем. Короче говоря, здоровый образ жизни имеет смысл его, это все дело развивать только в том случае, если вы понимаете, что плоды будут в будущем. То есть, безусловно, это скажется и на сегодняшний момент, и на вас, и на семье, и на ваших детях и так далее, и на ваших внуках там, и так далее. Но ключевая цель, ключевая идея вот этого всего должна быть все-таки на будущее нацелена. Потому что только тогда, когда все это поймут, ну, сможет, как говорится, система развиться в какую-то более глобальную, что ли. Потому что иначе в этом нет никакого смысла. Вот. Значит, это первый момент. Следующее – это необходимость перехода на здоровый образ жизни. Ну, то есть это мы что обсудили? Смотрите, как бы вот этот момент, он гарантирует практически, да, ну, может быть, это громко сказано, но практически гарантирует то, что будущий человек, он будет более совершенен, чем сегодняшний. И мы можем в этом реально поучаствовать. То есть у вас есть реально на это все как бы карты легли, потому что это настолько сейчас, как бы, как говорится, в тренде, да, настолько это сейчас все раскручено. Вот, почему это так, мы чуть ниже поговорим. Вот, следующая необходимость, это, конечно же, ну, я бы сюда отнесла генетику, потому что это как вытекающий из предыдущего пункта, потому что то, что генетически мы уже практически все мутанты, проще говоря, у нас уже не выделяется нужное количество ферментов, то есть у нас уже там атрофируются определенные органы чувств, органы там, ну, в общем, масса всего, интуиция, ну и прочее. То есть это генетический фактор, то есть чтобы мы дальше не воспитывали и не плодили мутантов, то есть генетика очень сильно страдает. Вот. В том числе и расовая, конечно. То есть я бы не хотела сегодня слишком поднимать вот этот вопрос смешения рас и так далее, но это тоже есть. И это тоже здоровый образ жизни. То есть, к сожалению, это многие не понимают, но как бы это не является целью сегодняшнего эфира. И я как бы здесь не особый специалист, но я думаю, что любой, кто как бы из области медицины здравомыслящий, я бы так это назвала, он это так или иначе должен понимать, то есть, потому что ну, на это тоже очень многое завязано. Потому что для того, чтобы. Ну, это знают очень хорошо все, кто занимается животными, да, то есть выведением там, или там, органическим земледелием. То есть выведение чистого сорта, там, чистой крови и так далее, они все более здоровые. Конечно, это все знают. Селекция там, это все знают. Вот. Поэтому это тоже момент, то есть генетический момент. Если мы не будем придерживаться вот этих всех пунктов, о которых мы будем ниже говорить, вот, то нас ждет очень серьезный генетический бум, такой всплеск просто таких мутантов. Мы уже полумутанты на самом деле. Вот. И овощи у нас, и фрукты, и еда у нас полумутанты, и мы уже полумутанты. Не только благодаря еде, не только. Очень много чего, образы мысли там, и так далее, и так далее. Вот, это следующая необходимость, конечно же. Вот, еще одна необходимость, это, собственно, ну, я бы тоже, опять же, не хотела бы говорить о каких-то религиозных вопросах, да, вот, но это тоже, ну, я бы сказала, что
такая, что ли, экология мыслей, потому что мы сегодня не умеем фильтровать нужные мысли и ненужные мысли. То есть, ну, я думаю, что с появлением соцсетей все знают о таком понятии, как информационный мусор, вот, который у нас в голове просто присутствует постоянно практически. Это мешает развиваться, это мешает развивать мозг и так далее. Это тоже ЗОЖ, это тоже здоровый образ жизни. То есть гораздо... То есть нас пытаются увлечь, понимаете? Мозг так устроен, что он очень быстро увлекается. Поэтому если мы переключим... Это, кстати, на примерах детей очень, очень ярко понятно. То есть если этот момент использовать в неблагое дело, там, скажем, то опять же, в общем-то, мы теряем еще один элемент здоровья будущего поколения, в том числе и сегодняшнего. То есть смотрите, нам гораздо, мозгу гораздо интереснее увлечься какими-то соцсетями, чем, например, не знаю, спортом. Ну, потому что надо прикладывать усилия. А здесь нет, как бы здесь за тебя подумали и дали. Поэтому экология мысли – это очень серьезный вообще фактор, которым пытаются управлять, безусловно. То есть еще один момент, следующий, четвертая необходимость – это научиться наконец-то управлять собственным организмом, собственной жизнью. Это вот важнейший момент, потому что на самом деле мы ее не управляем практически, у нас нет на это грамотности, потому что со школы нам этих данных, нам этих знаний не давали никому. Вот, то есть мы там учим какой-то куча всякой ерунды, да, вот, но тем не менее мы не умеем пользоваться. У нас нет такого, что ли, путеводителя, да, по собственному телу, да, мы не умеем им пользоваться, мы не умеем использовать все его ресурсы и так далее. То есть это еще одна необходимость, то есть расти в этом плане тоже. Вот. Ну, вот ну хорошо, вот, а вот да. как это все теперь делать? Давай, потому что то, что ты озвучила, это понятно. Очень много у нас наносного, очень много того, что не нужно, как там напичкали, как вот, например, там, антибиотиками там, по-всякому спичку. Это то же самое в школе происходит, то же самое по телевизору происходит, и средства массовой информации, кроме телевизора, другие нас постоянно чем-то радуют, в кавычках. Теперь, как нам быть-то в этой ситуации? Да, хороший вопрос. Ну, в общем, мы к этому придем в любом случае в конце эфира. Хотелось бы, чтобы коллективно. Значит, ну давайте вот по пунктам разбирать. Ну, забегая наперед, значит, первое, что это, конечно, нужно менять образ мысли. Иначе все остальное его просто не будет. Ну вот как может человек поменять питание, если он не понимает, зачем ему это? Как он может поменять химическую косметику либо химическую там, средства для быта, если он не понимает, если он не понимает ужаса, понимаете? То есть первое, что нужно понять, донести людям, это сравнение. То есть чтобы он понял, что это хорошо, ему сначала нужно понять, что это плохо. Вот у нас, кстати, у меня вот такой пример расскажу. У нас на курсах, вот, казалось бы, вроде бы сидят специалисты, да, вроде бы люди, которые, ну, там, знают уже элементарную химию там какую-то, ну, в общем, короче, люди далеко не домохозяйки. Но при этом все равно для того, чтобы понять необходимость каких-то экологических средств, да, их важность, все равно приходится долго объяснять ужас вообще химических средств, то есть к чему это ведет, как это работает и так далее. Поэтому, ну, есть формат людей, я же говорю, которых надо... Проще говоря, напугать, что ли. Я не знаю, многие говорят, да, вы там запугиваете, чтобы там свое, значит. Не в этом дело. Просто, чтобы человек обратил внимание на нормальное, ему сначала нужно показать весь, вывернуть наизнанку весь ужас вот этого ненормального, что применяют там в питании, в уходе, не знаю, в экологии, там, ну, все что угодно, да. То есть ему сначала нужно вывернуть вот самое что есть ужасное в этом, подчеркнуть это, да, там, красной ручкой, все, что в этом есть. Поэтому первое, что нужно делать людям, которые сомневаются, что ему нужно, например, там лучше питаться, например, первое, что нужно сделать, это посмотреть хотя бы, ну, хотя бы минимум каких-то роликов о том, чем он питается, из чего это сделано. Вот я всегда всем рекомендую, кто говорит, да, значит, там какой-то, например, там, ну, говорить, если о масле, да что-то там какое-то масло эфирное, ерунда какая-то, да, там, какой-то там фенхель, как он может меня спасти от тошноты, например, если у меня есть там целый арсенал этих таблеток, да, и он там не помогает, а вот какой-то фенхель спасет. Так вот, чтобы он так не думал, чтобы он начал его использовать, вернее, ему нужно сначала отучиться так думать. А чтобы он отучился, ему как бы нужно толкнуть на мысль. А ты как бы узнаешь, что это, из чего это.
из чего это, как это работает, понимаете? То есть, ну, конечно, есть категория людей, которых вообще с места не сдвинешь. Ну, я думаю, что им эфир это не поможет, вот честно. Это может быть жестко сказано, но тем не менее. Потому что, ну, есть ряд людей, которые вот очень сильно обросли уже такой оболочкой, что ли, я не знаю, крепости какой-то вокруг себя, что они все знают. Я уже поняла, что люди делятся в плане здорового образа жизни, там вообще оздоровления, какой-то более-менее экологичности, что ли, проживания. Они вот на два типа делятся, в моем понимании. Первые — это сидят, первые — это я все знаю, и что ты мне тут рассказываешь, да? А вторые — это, ну, давайте искать и копаться вместе. Вот так. Вот в основном так. Поэтому те, кто я все знаю, им доказать очень сложно что-то. Вот. А для тех, кто хочет копаться, вот я рекомендую, значит, если вы только на пути понимания вообще, как что делать вам, то это первое. Чтобы вы поняли важность того, что нужно есть, узнайте, что вы едите, как это влияет. Чтобы вы поняли важность того, какой нужно пользоваться, там, например, косметикой или лекарствами, узнайте, как работает состав, тем, чем вы сейчас пользуетесь, из чего оно сделано, где это добыто. Вы очень многого почерпнете, чего вы даже себе не представляли. То есть целый пласт информации такой, как бы, для вас восстанет, да? То есть давай здесь уточним и обратим внимание, что прежде чем что-то делать, прежде чем за что-то хвататься, прежде чем что-то на себя примерять или что-то на себя мазать или кому-то рекомендовать, вам необходимо не просто послушать лекцию какую-то, не просто вам нужно какого-то гуру привести в пример, который это сказал, а нужно попытаться разобраться самому. Вот только когда вы разберетесь сами с тем, что у вас в руках, с тем, что кто-то вам рекомендовал, вот тогда вы можете сказать, что да, я человек, который обладает долей здравомыслия. Я человек, который разобрался в этом вопросе, и теперь я могу с уверенностью сказать, что да, вот это так оно и есть. Потому что многие люди, даже которые с виду достаточно так выглядят презентабельно, которые выглядят достаточно умными, они подчас проявляют какие-то такие качества детсадовские. Да. Кто-то мне... А вот по телевизору там, ну, условно говоря, вот по телевизору там Малышева мне сказала. А вот доктор такой-то мне что-то там прошептал. А вот там было написано. И теперь, значит, вот мы употребляем это, или теперь мы вот это одеваем, или вот теперь мы это используем. В конечном итоге смотришь на человека, руками разводишь, как такое может быть, вот такой, вроде бы, на первый взгляд, умеет щеки раздувать, правильные паузы делает, хорошие слова произносит, но при этом такую вот непонятную вещь от него можно услышать. Вот так что сначала нужно каким-то образом разобраться с тем, что вы вообще берете в руки, невзирая на то, что вам кто-то что-то сказал. Да, я абсолютно согласна. То есть только в таком... Вообще, я же говорю, что развитие системы здорового образа жизни, как вообще системы, не знаю, там, страны, планетарного масштаба, как угодно. Это возможно только тогда, когда люди начнут, когда вот вторая часть, как я говорила, для того, люди делятся на две категории в этом вопросе. Когда та категория, которая уже задает вопросы, да, когда она начнет задавать вопросы более, ну, широко себе. То есть сначала он задавал вопросы, слушай, как бы, а узнаю-ка я вообще, из чего это, что я ем? А потом он спросит, ага, значит, наверное, не все так здорово и с тем, что я мажу, может быть, и там на себя что-то подвох, да? А, наверное же, там что-то и в аптеках не то, может, я как-то узнаю, почитаю, что это, где. То есть никто никого не заставляет... Знаете, мне один вопрос очень интересно задали на одном из семинаров очных, как бы примерно следующего характера, что это что, мне теперь в каждой области специалистом быть? Ну, мол, это, мол, нереально, что вы тут такое говорите. Значит, собственно, ответ был такой примерно, почему вы и нет? Вот. Ну, вы все равно не станете специалистом во всем. И не надо этого. Но задавать вопросы вот этим специалистам, вот в чем секрет, понимаете? То есть наша задача — задавать вопросы специалистам. И если хороший специалист своего дела, он тоже будет расти в своем деле, когда будет искать ответы вам на вот эти вопросы. Вот это важно. Вот, потому что когда мы сидим смирно и не задаем вопросы вот таким специалистам любой сферы, будь то там, не знаю, эколог, врач, косметолог, не знаю, диетолог, кто хотите, там, повар, кто хотите, понимаете? Если мы не задаем подобные вопросы ни себе, ни ему,
то мы делаем, вот знаете как, это неэтично, многие говорят. Ну, гораздо неэтичнее, если мы будем плодить дальше вот таких вот как бы некомпетентных, ленивых, абсолютно, не знаю, людей, которые не способны развиваться сами. А если они не развиваются в своей специализации, то они же не развивают и ваше общество, вашу страну, вашу планету, понимаете? То есть это же взаимосвязано. Я не знаю, как до людей это дойдет, если честно. То есть это большая, огромная проблема. Что, ну, то есть нам подвязали такой момент, что значит, задавать вопросы там специалисту своего дела, например, особенно врачу, ну, это все знают, это как бы неэтично, вот он как бы знает, он же Бог. То есть почему вы думаете, что он знает? Он может и не знать, он может и не понимать. То есть в конце концов вы имеете право это задать этот вопрос. Но только тогда, когда вы это его и себе задаете. То есть если вам реально интересно, что вам назначают, а как это работает, как работает таблетка, а из чего она и так далее. Вы убедитесь и удивитесь, что 90% тех специалистов, к которым вы обращаетесь с таким вопросом, они не знают ответа на этот вопрос. Не знают. И наша задача идти к таким людям, которые знают ответ на этот вопрос. И только тогда мы будем и сами расти, да, и сами того не понимая, взращивать более качественных специалистов. Ну, элементарно, там, если вы захотите построить экологичный дом, да, можно, конечно, найти контору, которая напишет, ну, там, на своем сайте огромными буквами, что дом вам суперэкологичный, и у нас там суперэкологичные специалисты, не знаю, там, специалисты в области экостроения. Сейчас это очень модно. Вот. Ну, как бы, если ваш диалог закончится на этапе «Ой, я вот нашел сайт, пойду построю эко-дом», да, и все, его больше не задают никаких вопросов. По той причине, что вы сами ничего в этой теме не знаете. Ну, собственно, они так и будут делать, понимаете? Поэтому, вот, ну, как бы с домом это очень мягкий пример, потому что есть же еще здоровье, да? Вот. Ну, как бы дом тоже влияет на здоровье, ну, как бы уже так опосредованно. Вот, поэтому в этом главная цель. То есть начните, чтобы изменить качественно в какую-то сторону какой-то слой, да, вашей жизни, спектр вашей жизни, который влияет на здоровье. В принципе, они все почти влияют. Не знаю, дом, быт, ремонт даже, особенно ремонт. Потом там, врачи, не знаю, косметологи, кто угодно. Питание, рестораны, если вы ходите, там все что угодно, понимаете, зоны отдыха, это все влияет. Поэтому если вы хотите более качественное, да, в этом плане получать как бы услугу, то вам придется самому, конечно же, немножко хотя бы напрягаться и думать, да, что это, что, с чем это я пользуюсь, зачем это мне нужно. Вот, потому что большая часть людей говорит, типа, что это ерунда все. Вообще это сложно как-то, это вообще как-то сложно, понимаете? То есть, поэтому вот так. Это первый шаг. Это первый шаг. Второй шаг, когда вы начнете задавать вопросы, вы начнете искать человека, который вам на эти вопросы сможет ответить в любой сфере, в плане, не только в плане здорового образа жизни, а вообще в любой сфере. Вот. Ну а в плане ЗОЖ так тем более. Вот. Поэтому вот такой как бы ход мысли должен быть. Угу. Так, а вот мы с тобой рассмотрим такую распространенную еще тему, бытующую в нашем обществе, о том, что все нужно в меру, все хорошо в меру. И эта мера, она касается всего, в том числе и каких-то вредных привычек и многого чего, да, другого. Это мы рассмотрим с тобой или сейчас, или попозже? Давай сейчас. Почему? Это очень такой, очень серьезнейший вопрос вообще. Глубин. Действительно очень распространенная. Ну, у каждого своя мера, да, понимание. Точно так же, как у каждого какой-то свой уровень минимума, да, качества. То есть кто-то согласен. Давай, наверное, с этого и начнем. Что существуют какие, когда чаще всего отвечают на эти, на что-либо вот этим такой, вот этой фразой? Ну, чаще всего это, конечно, алкоголь. Ну, то есть, я думаю, это сейчас алкоголь, потом дальше, наверное, прививки. Еда. Да, к примеру, ну, что-то такое вредное, да, но я же немного употребляю, я же в меру. Если я выпил, ну, я выпил по чуть-чуть. Как сегодня, опять, вот я не скрываю, я специально смотрю на телевизор, перещелкиваю для того, чтобы понять, а что происходит вообще вот по средствам массовой информации. Вот так сижу просто, есть у меня там 5 минут или 10 минут, когда я что-то делаю такое, вот не связанное с нашим
вашем радио, я специально просматриваю телевизор, какие-то там ток-шоу, что там, как народ там дурит и так далее. И вот сегодня я включаю по какому-то каналу, показывают, ну, там очередное ток-шоу для особо одаренных. И там, значит, показывают женщину, если так еще можно и назвать, которая угрожает лишение материнства, материнских прав. Вообще, материнские права, меня слово, конечно, убивает, ну ладно. В общем, лишают ее этого дела. И видно даже невооруженным глазом, что эта женщина очень часто прикладывается к алкоголю, прям, ну, до такой степени часто, что это, наверное, лучший друг ее на оставшиеся все дни. Так вот, и она там говорит, ну и раньше я выпивала, сейчас-то я не выпиваю, но так бывает иногда. Ну, так бывает иногда. Вот. И когда ее там студия начинает спрашивать, а что значит иногда, и вот тут разгорается такая пышная, бурная беседа со всякими доводами, что, ну, вот, а почему нет-то? Ну, это же нормально, это же пьют. То же самое, когда мы говорим про то, ну, вот почему ты употребляешь вот это, ну, к примеру, там, еду какую-то? Ну, ведь это же тебе, в частности, вредно. Пускай там спортсмен, он все переработает. Пускай молодой человек, он все переработает. Но в твоем возрасте уже у тебя... по-другому организм работает, тебе, ну, вредно это уже, ты, смотри, у тебя вот такой признак выявился, вот такой признак, вот такой. Человек вместо того, чтобы сказать, осмыслить, что, почему это вредно с точки зрения морали, этики, физиологии там, и так далее, вот все вот эти взять комплексно, да, изучить вопрос, сказать, да, вредно, я не буду. Он начинает придумывать, ну, я же это... не всегда ем, я же немного, я же чуть-чуть, все хорошо в меру. Ну, то же самое с прививками, да, но я же не иду там все подряд колоть. И мне сказали, что грипп идет, я пошел себе там вакцину, вакцинировался от гриппа. Когда его спрашиваешь, ну, слушай, дорогой, вот, например, от оспы вакцинировался, да, на всю жизнь. Оспа, она больше не появляется у человека. Там еще какой-то болезнь тоже там вакцинировался, она тоже не появляется больше. Но почему грипп необходимо делать каждый год? Почему? Если это вакцина, то она должна действовать по принципу вакцины, которая вот действует по оспе. Один раз привился там в каком-то возрасте, и дальше всю жизнь-то уже больше прививаться не надо. Вот, то есть, все хорошо в меру, все нужно в меру, такой ответ следует от людей. Вот давай. Да, да, я бы, ну, чтобы как бы долго не ходить вокруг да около, я бы задала сразу таким людям, которые говорят о мере, вопрос, а кто эту меру установил для них? То есть, они сами для себя должны эту меру установить. Например, ну, в моем мероизмерении, вот так скажем, мне не надо ни грамма какой-то синтетики в крови ни собственного ребенка, ни меня, понимаете? Это моя мера, то есть, потому что мера любого здравомыслящего человека, она подразумевает, что зачем мне хоть даже грамм этого, ну, то есть давайте мы возьмем, не знаю, там, цианистого, там, ну, чего хотите, давайте мы возьмем там, не знаю, хлорки выпьем, понимаете, ну, там мы же чуть-чуть, то есть это же глупо, ну, то есть когда до человека доходит глупость, знаете, как та-дам, вот примерно в таком формате, да, когда до него доходит глупость самого формирования этой фразы, то есть вообще манипуляция идет, конечно, очень серьезная подменой понятий. Вот на этом построена вся современная медицина. Вот все образование в институтах, все это на этом построено, на подмене понятий. То есть мы как бы вот мясо сварим, но при этом, значит, там... вот там выделится какая-то кислота, тут же сказали о том, что кислота, я так забегу, ну, как бы уже смешиваю, да, тут же как бы рассказали о том, что белки перевариваются, белки уже как бы не растворяются после 40 градусов, то есть, понимаете, это как вот винегрет такой, что называется, поэтому о какой там может быть системе мер вообще как бы речь, то есть у человека нет ее для себя, то есть для того, чтобы выйти на уровень здорового образа жизни, вы должны для себя ответить на вопрос. Вы хотите такого уровня качества жизни, да? То есть вам надо какие-то граммы алкоголя, граммы какой-то химии в крови. То есть вы считаете для себя это качественным уровнем жизни, да? Поверьте, очень люди, которые... я встречалась, как бы я общалась с людьми, которые являются... для себя установили высокий порог, высокий критерий уровня качества жизни. И дело не в деньгах. Дело именно в уровне качества. То есть это уже другой вопрос, что на этом сделали бизнес, да, что все, что как бы дорого, все как бы очень хорошего качества. Конечно, не все, это как бы понятно, но сам факт. То есть если как бы вы должны эту меру для себя установить, то есть
Вы согласны на такой уровень жизни? То есть, ну, для кого-то допустимый уровень жизни, там, не знаю, на вокзале жить, да? Для кого-то допустимый уровень жизни, там, ну, там, иметь одни брюки, там, одну кофту, понимаете? Для кого-то допустимый уровень жизни, там, есть немытыми руками, а для кого-то, ну, понимаете? То есть вот это все, вот весь уровень и мера, и норма, уровень нормы, вот этот, он у каждого свой. Вот, просто этим очень жестко манипулируют. Особенно вот рекламщики, особенно вот этим очень жестко манипулируют. Вот, поэтому, ну, особенно взяли вот эту вот норму в рекламу алкоголя, в табака и так далее. Ну, все знают, да, там, значит, если ты там не выпил, то ты не крутой, ну, в таком стиле. То есть работают на уровне там эмоций, эго какого-то личного и так далее. На самом деле эго должно работать в другую сторону. То есть мое эго не позволит мне там, не знаю, взять там шашлыка съесть. Потому что для меня это, ну, ерунда, понимаете, абсолютно. То есть вы должны думать как? Вот этот продукт, который мне предлагают, из него что мой организм возьмет? Что он из него возьмет? Какую-то клетку здоровую построит? Нет, не построит. Какой-то, ну, что я от этого получу? Ну, ничего, абсолютным образом. Поэтому вот только когда мы начинаем мыслить в такую сторону, если вы будете задавать вот так вопросы любому, кто вам что-то предлагает, любому, особенно что касается вот прививок, правильно Леша тему поднял, вот, надо сделать это. Вот что значит надо? Кому надо? Кому надо? Кому-то там Петру Ивановичу? Кому это надо? То есть надо, чтобы ваш ребенок сделал это. Хорошо, для чего? Что он получит? Ну, получит там какой-то иммунитет. Хорошо, каким образом? Каким образом? Как это работает? Что в составе? Понимаете? То есть, если вы, ну, мы уже об этом 100 раз говорили, но если вы запросите документ, который должен прилагаться к каждой вакцине, вы очень-очень сильно удивитесь, что там никто вам ничего не гарантирует. Это просто на ваш страх и риск. Поэтому... Вот давай еще раз тогда обратим внимание наших радиослушателей. Первое, что если что-то касается вашего здоровья, то вы должны понимать, что любой медицинский препарат, любой медицинская там, не знаю, таблетка, капли, что угодно, все, что является медицинским, не просто БАД, а медицинским, да, должно иметь сопровождающий сертификат, разрешающий и поясняющий, что это и для чего это. То есть, начиная от страны производителя, где, в каких условиях он произведен, заканчивая тем, что входит в состав, какие последствия и так далее. То есть, вот лежит тюбик перед вами, да, в какой-то пачке. В этой пачке лежит полностью все, что там может быть, какие-то побочные эффекты, когда надо применять, когда не надо применять. То же самое и вакцин. У нас привыкли так, если вы что-то покупаете в аптеке, какой-то тюбик, опять же, или там капли, то, как правило, там что-то в этой коробочке лежит, пояснение какое-то. А вот с вакцинами почему-то многие даже не задумываются, что такая же бумажка должна идти и к вакцинам. И что вы имеете право, если кто-то заставляет вашего ребенка или вас сделать прививку, вы имеете право прийти к врачу и сказать: «Друг мой или подруга моя, покажи мне, пожалуйста, ту бумажечку, которая сопровождает эти вакцины. Пускай мне эта бумажечка подробно расскажет состав, производителя, зачем, почему, и когда и так далее». И побочные эффекты. Вот тогда вы будете проявлять полностью здравомыслие. И тогда вы уже можете сказать, что я веду здоровый образ жизни не просто так, что мне нравится слово это «здоровый образ жизни», а на самом деле я слежу за своим здоровьем, за здоровьем тех детей, которые еще не способны полностью за себя отвечать. И вот тогда вы уже будете проявлять здравомыслие как настоящий человек. Теперь вот, наверное, надо нам пояснить, что в первую очередь передача, которую сейчас слушают наши радиослушатели, направлена не на то, чтобы заставить радиослушателей вести здоровый образ жизни. Я думаю, что большинство из тех, кто вообще радио слушает, они и так уже подразумевают для себя, что здоровый образ жизни – что-то такое, что необходимо соблюдать, необходимо к чему стремиться, как минимум. То есть мы сейчас не агитируем за советскую власть и не поем песни про светлое будущее в колхозе. Мы вам рассказываем те моменты, на которые не только вы, как уже сознательный человек, можете обратить внимание, но и подсказываем еще какие-то тонкости, когда в разговоре с другими людьми вы можете эти тонкости упоминать, можете этими фактами оперировать, можете акцентировать при разговоре с другими людьми на что-то, чтобы рядом с вами
человек проникся, чтобы он понял, что здоровый образ жизни – это очень хорошо, что это правильно. В принципе, как и многие другие вопросы в разных наших эфирах. Потому что иногда возникают споры. Я вижу, что человек и так уже заинтересован чем-то. И он так иногда начинает протестовать. А почему вы мне это рассказываете? Я и так, в общем-то, этим всем интересуюсь. И забывает о том иногда, что в данном случае мы делимся какими-то своими наработками иногда, которые помогут вам, нашему радиослушателю, не только самому лучше разобраться, хотя это в первую очередь надо сделать, но еще и помочь другим разобраться, то есть применять те наработки наши. Так вот, когда мы говорили про меру, то здесь необходимо следующее определить. Когда ясно мы говорили про прививки, тут можно бумажечку прочитать, да? Когда мы говорили про еду, то тоже можно где-то там что-то посмотреть. А вот когда, что касаемо алкоголя, вот тут мера, она очень так зыбко обозначена, иногда не обозначена вообще. То есть один считает, что норма – это выпить рюмку какого-нибудь там крепкого пойла, а другой говорит, ну, норма для меня – это десяток там бутылочек пива за день. Ну, и нормально, и хорошо. Вот, поэтому давай сейчас кратенько так пройдемся по этой по норме. Первое, что надо понять. Любой наркотик, аналогичный алкоголю, воздействует в первую очередь, помимо того, что он разрушает ваш организм, помимо того, что он разрушает ваши клетки, он еще так устроен, что он человека заставляет переходить в состояние не человека, а человекообразного существа. То есть сознание у него переходит на другой уровень. Я бы еще сказала, знаешь, что он, это вещества, которые способны снижать ваш уровень меры, знаете. Вот-вот, я сейчас и к этому и веду. То есть что получается? Что получается? Получается следующее, что человек, выпив алкоголь, подразумевает, что это, что дальше происходит? Алкоголь попадает в те участки тела, которые устанавливают контроль этого человека над своей жизнью. И контроль понижается. То есть, ну, грубо говоря, там в мозг попал, да, и мозг начинает меньше соображать. Но ведь когда говорят, например, про меру, про культуру питья, встает вопрос, а кто определяет меру и кто определяет культуру? И культуру все, даже конченые пропойцы, говорят, ну как, мозг определяет. Но вопрос тогда, если мозг заблокирован, кто тогда может определять меру и кто тогда может определять культуру? Я хочу сказать, что так же точно и в еде. Многие ведь не знают, что процентов 70 из той пищи, которая сегодня употребляется, она работает так же, как и алкоголь. То есть вам кажется, что вам хочется хлеба просто тоннами, понимаете? Вам кажется, что хочется соли просто, там, не знаю, килограммами и так далее. Просто потому, что эффект по действию, он аналогичен. То есть вы уже не управляете своей мерой абсолютно. Угу. Ну вот, значит, получается, что вот когда человек употребляет что-либо, где есть какая-то химия, ну, алкоголь, это, приводим пример, алкоголь такой более доступный и понятный, да, наркотик такой, то блокируется мозг, а это, значит, блокируется частично сознание, блокируется тот самый установитель норм как и морали, так и культуры, так и того, сколько употреблять, и начинается куча-куча проблем. То есть, получается, человек, если так представить себя, завел себя в клетку, закрыл клетку ключом и ключ за пределы клетки выбросил. И говорит, я могу себя контролировать, я могу управлять. Стоп, ты уже не можешь. В рамках этой клетки можешь. В рамках клетки, да. То есть, но дальше ты уже не можешь выйти в свет, ты уже не можешь ничего сделать. Ты себя ограничил. И получается, что человек вот таким образом ограничивает контроль, ограничивает уровень сознания, культуру и так далее. И при этом говорит, что есть какая-то норма. Употребляя наркотик, вы уже себя лишаете возможности чем-либо управлять и что-либо осознавать. Просто степень. У одного чуть больше, у другого чуть меньше. Поэтому вот это надо понимать. И тут вот еще мы приходим к такому моменту, что человек говорит, ну как же, но все равно же мне говорят, что ну надо выпить, ну хоть чуть-чуть, ну хоть немножко, ну хоть чего-либо, но выпить обязательно. Вот я был свидетелем не так давно, зашел в гости, люди приехали из города, выходные, там намечается какой-то день рождения, и что я обращаю внимание? Вот только что мы поговорили про алкоголь, ну так вот случилось, вот, да, мы поговорили про это. Не специально, я просто зашел в гости, и мы сели как-то, и по телевизору что-то показали, кто-то что-то там сказал, ну и тема, как всегда, завязалась, пошла. Вот мы говорим про алкоголь,
разговаривали, даже еще не закончили. И я наблюдаю, супруга этого молодого человека, к кому в гости пришел, в окружении там своих свекрови и мамы, значит, она достает какое-то там вино, разбавляет его там, я не знаю как разбавляет, там вообще что там получается в каком-то... Но и значит, разливает и всем ставит. То есть, вот здесь как раз срабатывает. Выпить хоть что-нибудь, хоть чуть-чуть, хоть какой-то там, ну, хоть что-нибудь. Да, только главное выпить. То есть, без этого они уже не могут себе представить, иначе что можно как-то отдыхать. Иначе ты меня не уважаешь. Да, иначе это вот все пойдет не так. Иначе отдых пойдет на смарку. Вот это парадокс. Парадокс, который человек, зная, что алкоголь вреден, зная, что это дрянь, что она, этот алкоголь ничего хорошего не приводит, но все равно надо чуть выпить. И вот в таком случае у меня был тогда... Сейчас вспоминаю, сейчас опять многие начнут меня, наверное, в чате особенно как-то критиковать, что я слишком жестко с людьми разговариваю. Но опять же, я разговариваю с людьми так, как требует обстановка. Иногда это жестко, иногда это не жестко, иногда это шутливо и так далее. Я сейчас скажу суть разговора, но не буду передавать, как я это говорил. И вот, значит, там происходит такой момент. Они сидят, выпивают вот это вот разбавленное не пойми что. И опять же, говорит он, ну... Все же хорошо в миру, я говорю, хорошо, а все ли хорошо в миру? Она говорит мне, а что означает все ли хорошо в миру? Я говорю, ну подумай сама, вот идешь по улице, и лежит, грубо говоря, вот собачья какашка. Ну, если все хорошо в миру, ну, это означает, что какашка ко всему тоже относится, значит, тебе необходимо подойти к ней, наступить на нее ногой, в меру. Или у другого мера другая. Взять, например, в руки, помять ее, размять и помазать свою штанину или юбку. Ну, а у кого-то мера там лицо помазать. Но это же ко всему относится, это же тоже все. Или, да, вот или там кто-то где-то надел лужу. Это же тоже все. Ну, значит, надо подойти, пальцем потрогать, там, попробовать на язык, а что это за лужа такое, там, провести анализ такой, да? Или взять там помазать себя, или упасть туда, поваляться в этой луже. Но это же тоже ко всему относится. В чем заключается все и в чем заключается мир? Мне сразу говорят, ой, это ко всему не относится. Я говорю, стоп, как это ко всему не относится? Только что вы говорили, все хорошо в меру. И какашка, и моча, и много, и многие, и грязь. Это ко всему относится, и если это есть, значит, это все. И значит, вы должны это попробовать, примерить, себя помазать. И не просто так помазать один раз, а постоянно, по чуть-чуть, в меру. И вот я заметил, срабатывает. Срабатывает у тех людей, которые стереотипами мыслят, вот эта вот новая вводная, она ломает стереотипы. Потому что это на самом деле относится ко всему. Значит, говорит, все, ко всему относится. Хорошо, тоже хорошо, в меру, но все замечательно. Это просто как бы наработка для тех людей, которые хотят понять, а как еще можно разговаривать с людьми, которые иногда просто приводят такой довод, что все хорошо в меру. Ну вот как-то я высказался, можешь дальше продолжать. Я пока слежу за чатом, что там у нас еще появляется. Я согласна, в принципе. Тут я хотела перейти как бы плавно к следующему вопросу в таком контексте, что вот по поводу меры, да, очень-очень хороший переход получится. Значит, сейчас среди, так как ЗОЖ перешел в целый культ, да, у некоторых слоев, то есть, ну, как бы, вот кто-то вообще там уже фанатиком стал и так далее, но это как бы не самая плохая форма фанатизма, если честно. Вот. Ну, другое дело, чтобы там не доводить себя до какого-то истощения там и прочего, в каждом своем там аспекте. Вот. Но есть такое интересное, среди тех, кто еще в панцире, как я говорила, да, на две части делятся люди, на две категории. Так вот, среди тех, кто еще в панцире сидят и думают, что он все знает, и тут не рассказывай ему, да, значит, у них есть такой интересный миф, что, значит, как, что там, это все только для элиты. Значит, это вот только для них. Мы тут как бы вообще там внизу посидим, там мы вот такие там изгои, то есть люди сами себе определяют вот эту норму, понимаете? То есть как бы я вот где-то внизу, там это жутани, там вообще там полубоги, это все вот какое здоровье, хорошие какие-то продукты, это только для элиты, хорошие какие-то лекарства, ну, назовем их так, да, потому что есть же и натуральные лекарства, там какие-то маломальские, да, подобающие еще в потреблении. Вот, и хорошие какие-то там, не знаю, оздоровительные центры, это только для элиты и так далее. То есть есть еще такая проблема, значит, это еще один пласт моментов, что
Люди, когда вот так думают, они сами себя загоняют на вот кто-то под плинтус. То есть это ненормальное мышление, понимаете? То есть это не так, во-первых, конечно же, нет. То есть, причем самое странное и удивительное, когда это говорят люди, живущие там в своих домах, имеющие сады, огороды, там, которые вообще в жутком упадке, они там 30 гектар картошки у них, зато там сады, огороды все упадки, и говорят, да ну ты что, помидоры хорошего качества, это только для элиты. О чем ты вообще говоришь? Говорит человек, у которого огород, понимаете? Ну, вот я таких людей знаю лично. Поэтому, ну, это, по-моему, это уже, ну, вот мир с ног на голову, что называется. А все же в голове. Представляете, что происходит? Все в голове. То есть, поэтому вот здоровый образ жизни, этот ЗОЖ, начинается с мыслей. То есть вот это надо воспитывать, я не знаю, в школах, в институтах. Я не знаю, куда мы достучимся. То есть это надо воспитывать, потому что вот этот миф, что для элит, а ты кем себя тогда считаешь? То есть если для тебя человек, который просто не желает есть химический помидор, это уже элита, тогда, ну, когда, куда ты себя тогда забиваешь, да? То есть, угу. Понимаете, что происходит? Наталья, ну здесь обрати внимание, что мы постоянно говорим, надо воспитывать, надо делать, надо перестраиваться, надо расти и так далее. Но ведь понятно, что школы принадлежат не тем, кто понимает, что это надо делать. Они принадлежат некой системе, где есть какие-то конечно. Установки. Поэтому, когда мы говорим «надо», то это какой-то посыл в светлое будущее, что хорошо бы, но как оно получится? Ну, я за конкретные шаги. Понимаешь, я как бы я за вполне конкретные шаги, потому что вот это надо мое, в нем заложено такое, знаете, расшифровка в скобках, это давайте начинать. То есть, ну, как бы я за создание оздоровительных центров с такого формата, я за создание школ такого формата. Ну, многие сейчас же, знаете, как, государственный диплом, а что же будет? То есть, ну, вы как бы решите, вам надо государственный диплом или вам надо здоровый ребенок? То есть, ну, вот мне, например, было бы все равно, например. То есть, толку с этого госдиплома, если он у вас будет по больницам тягаться вообще лет 20 следующие, понимаете, не сможет даже там применить эти знания никуда вообще. Вот. Поэтому, кстати говоря, вот я как бы не, ну, во многом не за какие-то западные веяния, но вопрос частных образовательных структур там реально развит. И как бы почему нам этот опыт не применять? Ну, то есть пусть это будет частный садик, частная школа. Она никак не привязана к государственной программе. Вот. Но у нас сегодня же люди, знаете, как там же нет государственной программы. И что? Ну, то есть ответьте, опять же, уровень нормы, да, уровень меры. Ответьте себе на вопрос, что вам важнее? То есть если ваш ребенок будет есть элитные помидоры с грядки этой школы, ну, понимаете, для кого-то они элитные. То есть в чем их элитность, мне непонятно, если честно. Вот, ну, либо вам важнее государственный диплом. То есть, ну, понимаете, то есть тут надо ответить для себя лично. Потому что очень многие, как бы, очень много кричат об отрыве от социума, но они сами к этому не готовы. Вот, например, многие кричат, да я там, больницы такие плохие, а сами в них сидят постоянно. Вот, ну, не знаю, мы в больницах не были уже очень много лет. Вот, ну, там исключение составил роддом, и то не роддом, а конкретный акушер. То есть не шли в роддом ни в коем случае, шли к конкретному акушеру, и все. То есть если так начнет продолжаться, если такая тенденция будет, то мы рано или поздно к такому придем. Но только вот это надо, оно действительно должно, ну, что-то делаться должно. Ну, я могу за себя сказать, что я делаю, да. То есть мы делаем какие-то семинары, мы делаем, есть даже и бесплатные для тех, кто не может, у которых нет, то есть чтобы не говорили потом, что это все там для элиты. Там. Но если честно, я вам хочу сказать, что я пришла к выводу, что люди, которые ходят на бесплатные семинары, они почти никогда ничего не применяют. То есть они вот пришли, вот в одно ухо влетело, то есть ты как бы распинался, стоял. Вот они, это как купить бесплатно, это как тебе книжку подарить, я не знаю, это как книжку скачать с интернета. То есть вероятно, что ты прочитаешь книжку с интернета по сравнению с тем, если ты за нее заплатишь деньги и купишь, она намного ниже. Вот. И дело даже не в деньгах, дело в том, что это как бы мотивирует. Неважно, пусть это будут не деньги, пусть это будет какой-то труд, что ты приехал куда-то там, на какое-то мероприятие. Здесь то же самое. То есть понятно, что никто не введет в школах программу там, экологического воспитания там, человека будущего. Безусловно, такого не будет. Вот. Но в частной школе это сделать реально, в частном садике это сделать вполне реально. Но понимаете, что происходит? Я вот тоже рассматривала вопрос
частных вот этих образовательных структур, они все же открываются по одному и тому же типу. Они нанимают тех же преподавателей, они нанимают тех же педагогов с тем же образом, с тем же образом мысли и так далее. Вот, поэтому вот где проблема. То есть нехватка кадров, еще такой момент. Вот даже если мы сейчас все, там нас человек 30-40 нас соберется, и мы там решим создать какой-то там образовательный центр экологической направленности, то возникнет проблема нехватки кадров. Потому что даже, я вам скажу, даже открыть какую-то клинику экологическую, уже встает вопрос, даже небольшую, уже встает вопрос нехватки кадров. Он встает, потому что ну, реально таких людей нет, потому что медицинские университеты их не воспитывают, потому что школы их не воспитывают. То есть надо начинать снизу откуда-то, понимаете? Вот. Либо вот так, вот таким образом нам самообразовываться, вот такими кругами собираться и как-то делиться опытом, делиться знанием и самообразовываться. Вот, вот такой выход. Поэтому вот такой может быть конкретный вполне шаг. Вот. Вплоть до того, чтобы создать там, не знаю, какой-то центр экологического развития, ну как угодно это можно назвать. Вот. Причем люди очень охотно в таких вещах участвуют, те, которые хотят, те, которые задают вопросы. Поэтому это один из вполне конкретных шагов, на мой взгляд. Может, кто-то сейчас напишет свое мнение на этот счет? Вот. Да, я думаю, что эти, надо написать, наверное, свое мнение, но мое наблюдение следующее. Очень часто люди, которые говорят о каком-то возрождении, говорят о здоровом образе жизни и так далее и тому подобное, и, в общем-то, правильно говорят. Но иногда очень туги на подъем. То есть, как правило, потом все упирается в то, ну, у меня работа есть, я чем-то занят, у меня там надо срочно там, что-то сделать, нет времени, а вдруг не получится, а что будет, если не получится, ну и так далее. То есть вот эти вот «а если, а почему и как быть, и я вообще тут такой весь занятой», вот эти все вопросы, они очень часто над людьми нависают, и в конечном итоге даже самая благая мысль, даже самое благое намерение, оно как-то вот упирается в некий тупик, и все на этом так благополучно. Обычно затухает, угасает и так далее. Вот эта проблема есть. И причем она очень хорошо отражается, ты правильно говорила в самом начале, про то, что у нас есть такое чудо интернет называется, и там есть различные форумы, сети, социальные чаты и так далее. Вот в чатах тут герои такие все бьются, доказываются точку зрения, и как они что-то там сделают, и как это все будет хорошо и замечательно. Когда есть конкретное предложение, предлагаем там собраться для того-то, ну, на месте, например, кто живет рядышком, давайте в этом поучаствуем руками, ногами, головой, кто живет далеко, давайте там идеи конкретные, какие-то, может, проекты участия удаленно или там финансово, если есть такое желание, чтобы этот проект пошел, и потом, когда он будет уже создан, на основе его, как по лекалу, будут сделаны другие проекты. И вот тут все как-то благополучно так рассасывается. И те герои, которые кричали о том, что они все умеют, все знают, как-то вдруг куда-то в сторону отходят. И, в общем-то, вот все и так пропадает. Вот эта беда такая есть. Я хочу сказать, что ну, как бы на своем примере даже, может, кто-то думает, что как бы, это вот как-то просто дано человеку, знаете, ну, как бы думает, ну, тебе, наверное, это нравится, тебе это дано, поэтому вот ты вот так вот смело об этом рассуждаешь. Ничего подобного. Я вообще, это не мое профильное, если говорить об экологической медицине, это вообще занятие неблагодарное, потому что все люди хотят результат быстрый, понимаете, а экологическая медицина не токсична, она подразумевает работу специалиста, там, ну, врача, там, в частности, вместе с пациентом, понимаете, то есть человек должен быть вовлечен в процесс лечения, и только тогда будет результат. Вот, поэтому эта работа неблагодарна в каком плане? Тебе приходится очень много говорить, убеждать и говорить, что да, это ты подожди, да, ты послушай, да. Ну, то есть я не говорю слово «поверь», но тем не менее его приходится применять, потому что верить смысла мало. Ну, то есть надо понимать и участвовать в этом. Тогда будет как бы реальный результат. Поэтому те, кто хочет реальных изменений в будущем, надо начать с себя, потому что у меня тоже было первое образование, совсем другое. Вот. Это пришлось перелопатить огромное количество информации, пришлось, в общем-то, масса чего делать просто так, просто огромные колоссальные ресурсы в это брошены и так далее. Но и временные, и здоровье, и так далее. И вот ну, надо, чтобы были специалисты еще и в других сферах, понимаете? То есть не только же мы на одной медицине какой-то экологической уезжаем. То есть здоровый образ жизни, он не подразумевает только одну медицину. То есть многие думают, что это «а, ну я там что-то травки попью, там, да, там каким-то маслицем помажу, все выздоровею». Ничего подобного. Здоровый образ жизни – это целый вот спектр, к которому я дальше хочу перейти.
это образ питания. Мы не часто говорили, понятно, это можно воспитать, это ну, там, частично я занимаюсь, частично есть много людей, которые этим занимаются. Потом образ лечения, здоровый образ лечения и профилактики болезни. Это мы тут расписали, да, вот смотрите, здоровое образ питания даст примерно 60%. Это огромный пласт, огромный вообще общего веса здорового образа жизни, да, да, у ЗОЖа. А вот профилактика и лечение – это всего лишь 15%. Представляете, как мало? То есть если мы посчитаем все и пересчитаем там, на, в течение там, месяца, например, вы увидите, что это реально так. То есть поэтому человек, который стал на пути экологического образа жизни, вот, его ждет, в общем-то, колоссальный путь работы. Но результаты будут тоже невероятные, конечно, не сразу. Потом следующий момент – это вот косметический момент, если мы их тоже освещали. Потом это реально важно. То есть мы же все, что мы на себя мажем, ну, в общем, просто обсуждаем. Мы все проходим через кожу. Потом, смотрите, быт и проживание. Вот этот спектр жизни, он практически не освещен. То есть нет, не знаю, каких-то академий, человеческого образа быта и проживания. То есть, хотя это важно, потому что, например, честно сказать, если кто-то там специалист по питанию какой-то еды хорошего уровня, да, то и он хочет построить, там, например, дом хороший, экологический, то где найти такого уровня специалиста? Потому что все очень поверхностное. Все очень, то есть этому не учат. Более того, скажу, потому что запроса на это, мы сами виноваты. Потому что как только сформируется запрос, начнут появляться, то есть если мы начнем качественно расти сами, и качественное уровня делать запрос на такую услугу, то она появится. Понимаете? То есть почему, говорят, для элит? Потому что запрос есть на это. Ну, там, конечно, другая, я не хотела сильно ворошить. Понятно, когда у тебя куча денег, как бы, ну, то, как бы любой запрос выполнен, то немножко другое. Вот. Потом, опять же, следующий момент – другое разобщение. Это модель не учит, да? Как сегодня общаются люди? Ужас вообще. Я уже молчу о студентах, когда я наблюдаю все. Неважно, какого спектра там. Даже, ну, я контактирую сейчас с студентами. Это же просто ужас. Я не представляю, как дети могут мыслить о лечении людей. То есть они фразы строят, ну, вообще, я не знаю, это какая-то прерывистая, просто пунктирная мысль. То есть как они могут мыслить логически о каких-то... Ну, в общем, не будем мы об этом долго говорить. То есть здоровый образ мышления, общение, он тоже важен. И это надо закладывать. Ну, вот яркий пример приведу. Это все длится, это все начинается с, не знаю, с одного с года практически, потому что у нас же как привыкли там бабушки детям говорить, да? А там ты, значит, там вообще никто... Там, вот, значит, если ты это не сделаешь, то я тебя больше не люблю, понимаете? То есть, и начинается уже ломка личности. То есть ребенок начинает, ага, значит, надо сделать вот так, как он хочет, тогда там я хороший. Понимаете, вот это все вот с детства идет. Там, ты никто, там, да куда там, мы вообще там, мы всю жизнь вот так вот жили, и ты там никуда не рыпайся, в таком стиле. Мы вот это всю жизнь ели, и ты, значит, не выдумывай. Или там, ну, вот такие вещи, это все идет, конечно, просто, как бы, ну, на мой взгляд, задача родители, которые уже это все понимают, как бы оградить ребенка или хотя бы объяснять потом, что там, не надо на это реагировать. Ну, я не знаю, это реальная проблема. Я не педагог. Это для меня вот реальная проблема. Вот. И люди, которые... Было бы реально ценным создать какой-то... не знаю, может быть, на эфир, может быть, когда-нибудь пригласим. Вот реально, Леш, тебя как бы такая вот момент какого-то педагога, который, не знаю, что ли, развивает вот эту вот общую... что ли, здоровый образ мышления и общения вообще с будущим поколением, потому что это огромная проблема. Честно говоря, вот я с ней столкнулась, и ну, я в ужасе, например, от того, что происходит, потому что я бы не хотела, чтобы ни меня так воспитывали, ни детей так воспитывали, тем более. То ну, есть... давай тогда сразу и такой клич сейчас в эфире дадим. Друзья, если у вас есть на примете педагог, который вот таким образом учит людей мыслить правильно, рассуждать правильно, не просто так по какой-то накатанной дорожке какой-либо из программ, какой-либо из страны работает в сфере образования, а именно вот учит людей мыслить и дает практические советы, как это все делать, то давайте его пригласим на эфир. С радостью этот эфир будет проведен. Главное, чтобы польза была.
Да, это было бы замечательно, потому что я же говорю, что понимаете, в чем, почему очень много семей откатывается назад в своем каком-то зоже, да, в своем каком-то образе, когда у них появляются дети, потому что они сталкиваются с фактором как бы, ну, потом детского садика, в детском садике начинается питание, воспитание какое-то. Вот представьте, элементарно, там, ну, людям же надо там чем-то заниматься, выйти куда-то на работу, там, да, то есть надо оставить ребенка. Ну, понятно, что там будет еда какая-то, ну, отличаться от того, что он ест дома. И родители как бы начинают размышлять, как, ну, ладно, он там раз съест, ну, там, ладно, раз, ну, пусть месяц, ну, ладно, он там пару лет походит в садик, ну пусть, ладно, пару лет, но дома уже он по-другому, понимаете, а это уже все, это практически вот, ну, то, что закладывается, я думаю, что все знают, лет до 7 это фундамент, вы это практически не выбьете, это будет очень тяжело, это будет война, ругань бесконечно, потом вы станете врагом, в итоге, в общем, какой там уже ЗОЖ, понимаете, там уже будет просто бесконечная война, мало того, что с ребенком за вот это все дело, так еще и с окружением, что ты что-то на него давишь, а тут еще и виналка, короче, какой там уже ЗОЖ, понимаете, то есть если мы уже идем по этому пути, то нам надо уже как бы целостно этот вопрос строить, да, то есть какой-то подобного формата, не знаю, садики, подобного формата школы, пусть они будут небольшие, но это реальная проблема, если честно, потому что вот все родители, которых я знаю, которые были вот в этом ЗОЖ, они откатились все, то есть они вот этот уровень меры своей, да, уровень нормы, они подвинули назад, потому что иначе они просто не смогут с обществом контактировать, вот, и начнутся проблемы. Поэтому, ну, понимаете, гораздо легче сказать ребенку будет, что, ну, там, в другом заведении вот по-другому, потому что вот так и так и так, да, чем объяснять ему постоянно, каждый день, почему это ему нельзя, а все остальные едят, например. Ну, в общем, вот такой момент. Потом, ну, здоровое размышление мы уже сказали, это тоже примерно 5% результата вообще от всего здорового образа жизни даст. Вот. Потом экологический фактор. Ну, это вообще во всем. Проще говоря, если вы там съели, я не знаю, что-то и выкинули бумажку там вообще где угодно, где вам вздумалось, это уже, в общем, как, вы не можете называться человеком, не знаю, там, нового экологического поколения. Ну, не знаю, как угодно это можно назвать. То есть, если вам наплевать, что есть люди, которые говорят, да, мне все равно там, главное, чтобы машина была красивая, а мне там все равно, пусть она там выхлопы у нее, там какие-то заводы, там, не знаю, мне вообще все равно, там пакеты целлофановые, да какие-то птицы там умирают, что ты такое рассказываешь, ерунда какая-то, да, вот я главное, значит, мясо не ем, все, я, значит, ЗОЖ, понимаете, вот таких людей много, их очень много, и такие же точно есть вегетарианцы, которые там, ну, я, говорит, на праздники шашлыки ем, там, не знаю, уток режу, а так я вообще вегетарианец, то есть я таких тоже знаю, вот, то есть в этом проблема. То есть почему-то назрела вообще, не знаю, такая планетарного масштаба проблема, потому что с разных стран людей знаю, вот и не только я, многие люди, которые контактируют с этими людьми, значит, говорят об одном и том же, на разных языках, разными словами, но одним и том, на одном и том же примерно, что назрела проблема, что люди, которые просто не едят мясо, и все, они даже там, они уже считают, да, как бы ЗОЖ. И они несут это ЗОЖ, я просто долго не говорить, не выговариваю, сокращаю. Значит, они несут массы, они несут, они начинают свои семинары делать, они приезжают в какие-то просветительские центры, они целые центры открывают, понимаете, то есть это не единичные случаи, они начинают влиять на массы, понимаете, то есть это и есть нормально, что это здоровый образ жизни, и когда это станет, ну, как бы, уже таким масштабным, да, все оседлается СМИ вот, в итоге, и помещается, чтобы и это есть норма, что это так и должно быть. Все, и то есть мы застрянем очень серьезно, то есть это реальная проблема. Вот, поэтому на самом деле здоровый образ жизни, он как бы совсем не из этого состоит, конечно же, да. То есть вы видите, очень много всего, это только, ну, как бы некоторые элементы перечислены. Есть же еще там, как я не знаю, там забота о планете, там и прочее, прочее, это все есть. Ну, то есть там, я как бы там людей, значит, этих мяса не ем, но при этом там у меня 500 видов там шуб в гардеробе. То есть, где у нас вопрос, например, в будущем? Что мы начнем объяснять? То есть это все такое, это все иллюзия, иллюзия, которая рано или поздно она разрушится. Поэтому надо бить по всем фронтам, на мой взгляд. Только тогда будет какой-то результат. Потому что тот человек, который, смотрите, как интересно, это же как шестеренки работают.
тот человек, который задумывается, какого качества у него там ремонт, например, насколько он токсичен, что он выделяет, он рано или поздно, как вообще рассуждая о токсичности, задумывается о том, а что он ест, да, вот. А тот человек, может быть, там тоже есть токсичность, а тот человек, например, который там не хочет кушать какие-то некачественные продукты химические, он рано или поздно задумается, ага, значит, я где-то химическим чем-то пользуюсь и когда лечусь, понимаете, это как работает как шестеренки. И когда таких полноценных зошевских людей мы сможем как бы иметь, только тогда будет какой-то прогресс, ну, на мой взгляд. Поэтому я считаю, что надо воспитывать вот специалистов в каждом своем деле. Потому что их реально нету. То есть вот, например, ну вот для меня, вот, скажем так, вот это радио, это тоже ЗОЖ, понимаете? Это потому что оно формирует образ мыслей определенный, образ общения определенный. Это тоже фактор здорового образа жизни. Такое же там телевидение может быть. Ну, не знаю, другим словом назовем его, как угодно. Такое же там, ну, вы понимаете, о чем я говорю. То есть, и потом, человек, который заявляет, что он человек формата ЗОЖ, да, он не может не мыслить глобально. Это в принципе невозможно. То есть как только перед вами человек, который так заявляет, но при этом говорит, да мне там все равно, я там пойду сейчас, не знаю, там какую-то ерунду натворю, там, не знаю, костер спалю там в лесу, все это дело, значит, брошу, там бутылки из-под Кока-Колы, ну я образно, да. Но я при этом, значит, отчисляю там деньги в этот фонд зеленых. Понимаете? То есть, ну, это не человек, который не мыслит глобально. То есть ему все равно, что с остальными 90% факторов, которые влияют на экологию, но при этом, да, он якобы один поддерживает. Вот такой момент. То есть я вот за вполне конкретные шаги, и как бы я считаю, что этот эфир, ну, не знаю, может быть, положит этому начало какое-то, потому что это очень большая проблема. Хорошо, хорошо. Так, ну что ж, давай. Наверное, как-то определимся. Мы еще немножко поговорим, потому что время у нас ограничено. Или все-таки потихоньку перейдем к вопросам от радиослушателей и будем заканчивать. Я думаю, что мы можем переходить к вопросам, но и в любом случае это будет рассуждение, да? Поэтому можем перейти. А тебе музыкальная пауза не нужна? Можем сделать, да. Можем сделать музыкальную паузу. Хорошо, тогда мы делаем музыкальную паузу, поскольку осень на дворе, то в этом случае послушаем песенку про осень. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 15 сентября 2016 года, четверг, по одному из старинных, 36-й день завершения 7524-го лета, шестица. Здоровый образ жизни – такова тема сегодняшнего нашего эфира. Главная автор-соведущая Чернова Наталья. И мы переходим к вопросам, которые поступили в чате нашего радио. Напоминаю, что в чат можно попасть очень просто. Набирайте в любом поисковике «Народное славянское радио». Дальше ищите на сайте slavomir.org слово «чат», нажимайте на него, придумывайте логин и пароль, если вы еще не зарегистрированы были, и, естественно, указывайте e-mail, куда будут приходить сообщения. Если же вы раньше регистрировались, то логин и пароль вводите и, в общем-то, пользуйтесь. Больше ничего придумывать не надо. Вопрос в эфир от Владимира из Мытищ, причем продублировал он и на почту нам прислал, и здесь еще в чате задал. Прочитал анонс эфира, задумался, а можно ли применить системный подход к решению задачи здорового образа жизни. Можно, отвечает он сам себе и дальше перечисляет. Самым первым делом я решу вопрос времени. Вопрос прошлого, настоящего и будущего. Сделаю полный анализ прошлого, найду и изменю поведенческие шаблоны собственного поведения, избавлюсь от эмоциональных пут прошлого, найду факторы повторения событий и ситуаций в прошлом и настоящем, изменю их в будущем. Вот прям как будто бы у него есть машина времени. У меня такого нету. Я не знаю, как это он собирается делать. Владимир, поделись, если машина времени, одолжи ненадолго. Не, ну ход мысли реально правильный. Ну, согласен, согласен. Да. Просто как-то фантастически, наверное, звучит, так как когда слушаешь такие заявления.
Так, это первая часть. Дальше, вторую читаю. Вторым делом я займусь информацией, решу вопросы блокировки информационного шлака, научусь гармонично управлять входящей и исходящей от меня информацией, постараюсь обеспечить широту кругозора и глубину понимания процессов за счет высвобождения ранее замусоренных собственных ресурсов. Ну, как тебе второй шаг? Замечательный шаг. Я думаю, что такой же точно шаг по поводу замусоривания особенно мне понравилось. Желательно применить к организму в целом вообще. Ну, здесь, кстати, пересекается с той лекцией, которую когда-то я там надиктовал, что вот если включаете царя в голове, и любая мысль у вас рождается, она сначала должна проходить через царя в голове, который говорит, подходит эта мысль или не подходит. Если она подходит, то в этом случае вы ее выпускаете в мир. Если нет, то на передумку отправляете, и мозг обязан это все выполнить. Конечно, если вы правильно все настройки сделали, о чем, в принципе, эта лекция была посвящена, чему, вернее, лекция была посвящена. Так, третьим делом у меня будет энергетический вопрос. Он решается по мере реализации управления временем и информацией. Экономия энергии происходит за счет удаления шаблонов поведения и оптимизации жизненных ситуаций, а также из-за уменьшения количества информационного шлака. Фактически человеку нужно минимальное количество начальной энергии для реализации намерений ЗОЖ. Что скажешь здесь? Ну, замечательно. Я думаю, что у нас, в общем-то, готовый спикер по не знаю, там, экологичности сознания и конкретных шагов к этому. Ну, главное, что там были какие-то конкретные шаги, а не вот, ну, вот в таком формате, конечно. Ну, пока это, можно сказать, что это конспект или намерение по поводу лекции. По ну, поводу намерение эфира. Можно же и на шаги расписать, я думаю. Да, но это краткий такой, краткий шаблон. Что мы будем делать, о чем мы будем говорить. И четвертым делом будет организация пространства, внутреннее пространство в смысле здоровья и как состояние максимальной выносливости организма к внешним факторам, а также внешнее пространство, человеческое окружение, окружение материальными объектами, информационное окружение, материальные потребности, питание. Интересно, Наталья, как ты можешь объяснить столь большую разницу в приоритетах? Почему то, что у одних является четвертым этапом, у других в лучшем случае является первым? Я что-то запуталась, какой там четвертый, какой первый. Ну, я поняла, как бы уловила суть вопроса. Вот. Ну, опять же, зависит все очень сильно от того, какие вы себе вопросы задаете. Конечно, от воспитания вашего прошлого. Вот. Если честно, вот я чаще всего склоняюсь к мысли и чаще всего вижу таких людей. И мой пример такой же. То есть те люди, которых загнали в какую-то жуткую проблему, вот в жизнь их загнала, не знаю, карма их загнала, что угодно. То есть они более подвижны. Вот представляете, какой парадокс. То есть они более, ну, основная их масса. Конечно, есть люди, которые вот сдались, сидят и ждут, пока их там вылечат. Или морально, или материально, или физически. Неважно, куда это применить. Вот. Поэтому, на мой взгляд, очень сильно зависит от уровня как бы старта. Ну, то есть, проще говоря, если у вас его вообще нет, то вероятность того, что вы захотите добиться в этом вопросе, будет больше, чем тот человек, у которого старт лучше. Проще говоря, кто прошел жуткую бедность, у него больше шансов вырваться из нее. То есть он будет как-то что-то думать, да. У кого там жуткое состояние здоровья, у него больше шансов, если он захочет, это важно, значит, вырваться из нее больше, потому что у него мотивация выше, понимаете? Так в любом вопросе. То есть, на мой взгляд, все дело в мотивации. То есть, насколько она у него больше высока. Ну вот, когда ты говорила вначале про одну страну, на которую мы пальцем не показываем, да, которую мы не произносим, на самом деле я обратил внимание, что наш человек, у которого мозги вот именно генетически так заточены, он, когда все хорошо, замечательно, как-то расслабон такой ловит и, в общем-то, как-то так упускает нить жизни и занимается каким-то там развлечением, чем-то еще. Но когда перед ним встает вопрос выживания, когда перед ним встает вопрос, а как что-то улучшить, настроить, да, что-либо, вот тут мобилизация происходит полная, мозги включаются по полной программе, и чудеса просто происходят с человеком, метаморфозы. Тут такая гусеница ползает, тут бабочка вспорхнула, да? И вот приходит в голову такая тоже закономерность, очень простая, что чем отличается человек
от человекообразного. Человекообразного постоянно надо подпихивать, постоянно надо ему стимул. Кто не знает, что такое стимул, это палочка для погонки мулов, то есть стип, палочка, mm-hmm. мул, да, вот когда в задницу мулу тычет, и он там повозку везет. Вот это стимул требуется, или морковка, или палочка, а лучше и то, и другое. А человек, он никогда не расслабляется по поводу того, чтобы уйти в небытие, в забытие и пропить все мозги, а он занимается чем-то полезным, творческим. Вот наши люди, которые правильно воспитаны, которые не задурены средствами массовой информации, они созидатели, они мастера своей жизни. Вот если вы вот это вот словите такую направляющую, то ваша жизнь будет очень правильной, будет все хорошо. Если же вы пойдете на поводу у средств массовой информации, то в этом случае тогда у вас будут и кнутом, и пряником, и стимулом, и морковкой погонять, кому не лень. И вот как раз, когда говорил ты про страну, про эту, там вот когда хреново совсем уже стало, то в этом случае люди стали задумываться, а что теперь дальше делать. И вот чудеса. Я думаю, что если наши родичи, родовичи будут продолжать в том же духе почивать на лаврах или ждать светлого будущего, то в этом случае придет очередная белая лисичка под названием писец и всех заставит что-либо там придумывать, выдумывать. Вот, поэтому не опускайтесь. Но цена этого будет выше, конечно. Конечно, поэтому не опускайтесь до уровня человекообразного, оставайтесь человеками. Вот это самое важное. Так, ну давай дальше. Здесь, я думаю, что надо Владимира поблагодарить за очень хороший посыл. И если у него будет желание, то можно будет сделать с ним программу уже более развернуто. Антон, вопрос в эфир первый. Способна ли соведущая полностью прокормить себя тем, что самостоятельно выращивает у себя на огороде? Ну, если уж про образ питания мы говорим. У меня, к сожалению, нет своего огорода, вы знаете, я бы с удовольствием. Но на самом деле я вот честно вам скажу, что я за то, чтобы каждый занимался своим делом. Потому что если мы говорим о моей занятости, то у меня просто нет на это даже времени и, честно говоря, даже сил. Когда вы работаете с людьми, многие, я сама не задумывалась, насколько это реально сложно. Когда вы работаете с людьми, у вас даже нет на это, не остается сил. Поэтому я бы с удовольствием там приобретала бы такие продукты в каком-то хозяйстве, которые были бы в этом специалисты, потому что я бы не смогла быть специалистом еще. И еще плюсы в этой сфере, понимаете? Как правильно, там, что рядом посадить можно, что нельзя, там, какие-то, чем опрыскивать. То есть это отдельная культура, отдельная традиция, отдельная культура. Я считаю, что мне должны быть свои специалисты и свои... Ну, то есть если бы меня спросили, как я вижу там идеальное, не знаю, там, какой-то район или там городское поселение, какое это назовите, там, или загородное, то, на мой взгляд, это вот эти все хозяйства, они должны быть это вот... отдельно и, ну, как бы, там, где работают специалисты. Да, на своем участке там минимальный какой-то сад, то, что там пошел, сорвал, и не надо задумываться. А вот что касается серьезного выращивания, это, конечно, ну, по-моему, это колоссальная наука вообще. И люди, которые это знают, они добиваются там таких урожаев, что я знаю просто несколько примеров. Поэтому, возможно, кто-то как бы, ну, сейчас вот скажет, о, она против своих огородов. Нет, я не против своих огородов, это все замечательно, но когда, понимаете, это все там в небольших количествах для себя, тогда да. Но когда мы говорим о каких-то очень серьезных, там, не знаю, всходах, тогда все-таки это дело рук специалистов. Вот. У меня нет огорода своего. Я обычный. Mm-hmm. У нас есть как бы дачный участок, но он пока что не функционирует так, как хотелось бы, опять же, по причине того, что для того, чтобы делать вот подобные эфиры, для того, чтобы было, что о них говорить, для того, чтобы было, что, не знаю, как помочь людям и так далее, и не только эфиры, масса всего, и есть же и очные семинары, и все так, то есть, и так далее. Вот. Приходится очень много вкладывать собственное развитие и времени, и финансов, и ресурсов в разных, энергетических, каких хотите. Вот, для того, чтобы вот это все состоялось, понимаете? Поэтому я за то, чтобы каждый был специалистом в своем деле. Поэтому, к сожалению, нет, я не смогу себя прокормить пока что своего огорода. Поэтому я и говорю, что это проблема, понимаете? Именно по этой причине, что это возможно будет тогда, когда мы выйдем, наконец, на понимание того, что каждый должен быть специалистом в своем деле. И было бы здорово, если бы мы организовывали уже, наконец, что-то начали в таком формате двигаться куда-то.
Сейчас есть какие-то там организации органического земледелия и так далее. Но если честно, вот я не знаю, как в России, но у нас, я так немножко к этому коснулась, вот, когда встал вопрос там, чем еще более полезным кормить ребенка, да, то я так немножко так только коснулась в тему тех организаций, которые занимаются у нас органическими земледелиями. И для меня интересный момент стал, что семена закупаются в Голландии. Ну, как бы, понимаете, то есть для меня это уже, то есть, ну, для того, чтобы так быстро и резко сделать вывод какой-то и напрячься, да, нужно тоже иметь целый пласт информации, почему, это я так напряглась сразу, ну, потому что много чего знаю про семена Голландии, ну, вы понимаете, поэтому, поэтому вот где проблема. То есть поэтому. Да, я считаю, что вообще будущее всех экологических форм существования, назовем это бизнеса, не знаю, как хотите, форм существования там, культуры питания, не знаю, существования там органического земледелия, там, не знаю, косметических компаний, ну, не знаю, медицинских, какие хотите. Это все может реально возможно, когда это станет каким-то семейным делом. Вот, на мой взгляд, это гораздо быстрее будет такая перспектива. Потому что представьте себе, если кто-то как бы пашет на работе по 20 часов в сутки, то когда он будет заниматься этим всем делом? То есть, ну, это же нужно в этом реально работать, в этом реально вникать. Поэтому, на мой взгляд, будущее вот за такими семейными хозяйствами, именно в экологической сфере. И это реально, вот есть уже масса примеров, которые таким образом как бы существуют. Ну вот, кстати, Владимир Змитич обещает, когда машину времени соберет, то прокатит и не только меня, но и Черноброва, а может быть, еще и кого-то другого. И это к предыдущему вопросу. А здесь поэтому можно сказать следующее, что я с тобой полностью согласен, что если заниматься всем и сразу, то в этом случае вы будете семиглазые, восьмирукой, и в этом случае ничего хорошего у вас не получится. Ну, получится, конечно, если на самом деле вы будете восьмиглазый, семирук. Но я таких пока еще не видел. У каждого одна голова, два глаза, в лучшем случае две руки. Вот. А бывает так, что голова светлая, а руки еще не от плеч растут, а где-то ниже. Такое тоже бывает. И надо еще, ну, это все шутки были, а если уж серьезно мы говорим, то надо помнить, что система копного права, системного нашего управления, она заключалась в следующем, что не все пытались управлять, не все пытались руководить, а управляли только те, кто имел к этому предрасположенность и в ком люди, общинники, видели именно управленцев. Советовать брались не все подряд, а только те, кто обладал какой-то мудростью, кому приходили за советом и так далее. То есть был кузнец или там два или три кузнеца, не более того, все кузнецами не были. Был какой-то жрец, который проводил какие-то обряды. Были волхвы, были учителя, были знахари. Но не все же были знахарями. Да, к примеру, человек, мне кажется, человек, который по генетике нам близкий, он должен иметь представление непосредственное о многом в этой жизни. То есть он должен и уметь себя обслужить, он должен на земле что-то делать, он должен уметь красиво и правильно говорить, он должен правильно строить мысли и так далее и тому подобное. Но все люди разные. Нет двух одинаковых людей, даже близнецы чем-то отличаются. И поэтому, если вдруг мы скажем, что все должны быть специалистами широкого плана, широкого профиля, то тем самым мы, ну, несколько будем неправы, поскольку каждый человек разный, и кто-то, например, бегает 100-метровку очень быстро, но при этом не умеет играть в шахматы. Кто-то умеет играть в шахматы, но при этом с гирями плохо управляется, штангу 200-килограммовую почему-то не поднимает. Кто-то бывает и умеет играть в шахматы, играть и там гирю поднимает хорошо, и штангу, но при этом с трамплина плохо прыгает. И так далее, и тому подобное. Человека задача проявить себя в этом мире так, как предрасположенность у него есть, как у него есть какая задача, какая у него цель в этой жизни, а не браться за все и сразу. Хотя многое он должен уметь делать, это однозначно, но много он должен делать тогда, когда он живет один на необитаемом острове. Если же живет уже как минимум двое, то какие-то функции будут все равно делиться. Кто-то будет делать лучше это, кто-то будет делать это. Когда же мы живем вообще неполноценно, то там получается такой социум, где есть практически все. Вот это необходимо, мне кажется, учитывать. А не просто так, что я против того, чтобы были узконаправленные специалисты, я против того, чтобы все занимались одним и тем же, и так далее.
Так, время, я чувствую, нас там поджимает по крикам, поэтому не тормозим, идем дальше. Вопрос эфира Дмитрия из Торонто. Здравия всем. Как гость эфира относится к пищевым добавкам, как то витамины в таблетках и протеиновые порошки? Благодарю. Плохо отношусь, если вкратце говорить. Значит, ну, витамины порошкоподобные в основном синтезированные, за исключением, если это перетертые ягоды. Вот, первое, это первая реплика. Второй момент. Протеиновые коктейли в виде молочных протеиновых коктейлей – это зло. Большое зло. Они сильно влияют на сосудистую систему, особенно печень, почки. Это будущие гипертоники, в общем-то, люди и диабетики. Поэтому отношусь плохо. Это, по сути, концентрированный сывороточный белок. Вот. Бывает из цельного молока. Это концентратище огромное. Вот. Поэтому, поверьте, никакая мышца от этого не вырастет. То есть мышца быстрее вырастет просто от каких-то физических упражнений, нежели протеина. А вот проблем вы заработаете массу. Поэтому плохо отношусь. Да, должно быть стабилизированное правильное питание, на мой взгляд, и движение. Причем движение должно быть не просто так, как бы двигаться, а, опять же, здравомыслие должно проявляться, что конкретно нужно делать для того, чтобы быть здоровым и чтобы все мышцы были сбалансированно развиты. А не так, как, например, есть люди, занимающиеся определенным видом спорта только руками. Да, красивые, мощные, накачанные, сильные, на ножки смотришь, а они похожи, как у обезьянки, вот такие вот маленькие, кривенькие и так далее. И наоборот бывает, ну, к примеру, там бегун на коньках, да, там особенно такие длинные дистанции, такие ноги крепкие, там, все здорово. А вот сверху так как-то, в общем, пирамидка такая получается. Вот пирамидка или в одну сторону, или в другую повернута, это не совсем правильно бывает, мне кажется, так. Поэтому надо следить за всем, что у вас есть в теле, и тогда будет вам счастье. Дальше, Дмитрий, вопрос. Кстати, по поводу витаминов. Уже даже и по зомбоящику показывают о том, что искусственные витамины все, они просто не усваиваются. Они просто пролетают в ваш организм. В лучшем случае пролетают, а в худшем случае где-то откладываются без усвоения и создают определенные проблемы. Дмитрий П. Вопрос в эфир. А, да, и так что возвращаясь. Так что, если вы хотите получить витамин, получайте его из того, где он присутствует в природе. Вот там он сбалансирован, там он находится с теми веществами, которые позволяют витамину усваиваться. Итак, дальше. Дмитрий П., вопрос в эфир. Что вы считаете по поводу магнитных волн, электрические цепи, магниты и так далее? Что-то, наверное, не совсем. Я очень плохо у меня с электрикой, с электроникой. Понятно, понятно. Ну, я хочу сказать, что ну, все, как бы, если речь идет о каких-то оздоровительных процедурах электрических, то я небольшой сторонник. Исключение составляют какие-то экстренные ситуации. Тогда уточнение. Уточни тогда, Дмитрий, дальше продолжать. Существует ли альтернатива наушникам? Как мы все знаем, в наушниках содержатся магниты, которые способны влиять на мозг, находятся в непосредственной близости от него, в которых в некоторых случаях без наушников не обойтись, например, при записи студии. То есть вот эти имеются в виду магниты. Поняла, и есть. Поняла. Ну, к сожалению, я, наверное, не отвечу компетентно на этот вопрос, потому что это надо электронщик какой-то. Я думаю, что лучше всего надо это просто ведь от Горяя, если честно. Угу. На мой взгляд. Ну, хорошо. Тогда ему надо задать, да. Тогда с вашей стороны ждем приглашения Горяева. Виктор 80. Все болезни человека от нарушения кислотно-щелочного баланса, так у животных и растений, и самой земли. Закисление осуществляет дрожжи, хлеб и алкогольные напитки. То слово «напитки» здесь, на мой взгляд, не подходит. Изделия лучше писать, а ощелочивание – молочные бактерии. Вот такая реплика. Ну, понятно. Вообще надо заметить одну штуку, что если как бы, ваш врач или, не знаю, кто там, он, знахарь, целитель, не понимает, что все проблемы, любые абсолютно проблемы здоровья от нарушения обмена веществ, неважно каких, абсолютно, это все нарушение обмена веществ, потому что у нас здесь постоянно идет обмен веществ, постоянно. Неважно, дышим, и уже обмен веществ идет. Вот, поэтому все процессы от нарушения обмена веществ. Вот и все. Конечно, кислотно-щелочное – это только один из них. Только лишь. Поэтому их масса есть, да. Но здесь уточнение, что хлеб алкогольный там, и так далее, дрожжи – это закисляют. Закисляющие. Ну, не только они, там масса есть. Вот ощелачивание производит молочные бактерии. Замечательно. Ну, это, конечно, глупость. То есть я бы не хотела это там долго комментировать. Мы уже массу раз говорили о продуктах молока. Молоко – это очень сильно кислотный продукт, поскольку это белок. Народ, внимание. Белковые продукты всегда расщепляет кислота. Я это говорила уже не знаю сколько эфиров подряд.
Вот. Пересмотрите вот эфиры, переслушайте по поводу питания. Мы это обсуждали. Вот. Молоко – это чисто кислый продукт, потому как на расщепление жиров и белка необходимо выделение кислого фермента. Вот и все. То есть молоко не является ни в коем случае защелачиваем. Это ой, чуть не сказала грубо. Это глупость аюрведы. Ну, понятно. Можно просто найти какую-то альтернативу молочным бактериям, да? Если уж про это идет разговор. А вообще... если вы хотите реальные бактерии, ну пейте вот эти ржаные квасы и прочее. То есть это тоже бродильные бактерии, но это хотя бы растительная среда. Вообще все, что бродильные бактерии, они то же самое будут бродить и у вас. Вы поймите это. Вот. Это очень четко отслеживается, если вы это долгое время не попринимаете, хотя бы месяца 2-3, а потом примите резко, вы сразу заметите. Сразу. Вздутие живота, ощущения конечно, и так далее. Тяжесть. Наверное, но да. Здесь надо говорить, что есть бродильные бактерии, а есть бактерии квашения. Это все-таки несколько разные. Да, немножко другое. Согласна. Да, квашеная капуста и брага, они отличаются друг от друга. И мы тоже об этом говорили. Вот хлеб, который особенно на современных бактериях, термофильных дрожжах делается, грибках, то это вот как раз из серии браги. Все квасы, которые сейчас продаются в магазинах, я не видел нормальных, это все брага, это не квасы. А вот квас – это то, что квасится, где есть квашеные, сквашивающие бактерии. Вот они для организма более полезны. То есть квашеная капуста, она ферментируется как раз этими бактериями, при этом нет этого брожения, такого сильного булькания. Там, конечно, газы выделяются, но не такой степени. То есть там все несколько по-другому происходит. Вот это тоже надо все учитывать. Да. Поэтому не путайте брожение и квашение. Это разные вещи. Дальше вопрос. Наталья, благодарен вам за вам бесконечно. Вы несете знания людям и их жизни, и ваши советы меняют качество их жизни. Пользуясь случаем, хотел узнать, белки с углеводами нельзя. А как быть тогда с любимым соком? Лимон плюс морковь плюс апельсин. Или другие овощи, белки плюс фрукты, углеводы. Ну, понимаете, овощи с фруктами в принципе не самая лучшая затея. Только некоторые фрукты, ну, сочетаются с овощами. Какие фрукты? Типа лимонов, салатах, то в основном зеленых. Вот. Ну, вообще, если начну детально отвечать на этот вопрос, то это где-то на час. Вот. Но вкратце говоря, если вы выпьете такой сок, а весь ваш остальной рацион относительно плюс-минус нормальный, то страшного ничего не будет. То есть все хорошо, опять же, вот эта мера, понимаете? То есть по сравнению с тем, что происходит в принципе у вас в организме. То есть, ну, смотрите, какой момент. Вот многие говорят, я не могу отказаться от рыбы. Вот не могу. Все, я наркоман рыбы. Вот я таких людей знаю. Тогда что они делают? Они просто как бы уравновешивают. Они съедают огромную порцию зелени с ней. Вы думаете, им от этого легче? Да, процентов на там, 30, понимаете, и все. Только в чем смысл этой затеи? В том, чтобы подавить чрезмерное выделение кислого фермента, который растворит эту рыбу. Потому что рыба – это белок, поэтому тем более чужеродный, но об этом это еще на час разговора. Поэтому, чтобы этот белок расщепить, нам необходима кислота, то есть кислый фермент. И когда он выделится, его выделится слишком много. Для того, чтобы добавить щелочных ферментов, нам нужно добавить пищу, которая расщепляет щелочные ферменты. Поэтому люди вот таким образом хитрят. Это хитрость такой клинической диетологии. На этом основано много как бы диет, которые визуально, они очень работают. И поэтому люди думают, о, смотрите, там, значит, в больницах, там даже в элитных каких-то этим лечат, а будут рассказывать какую-то ахинею. Да, это действительно визуально сработает тут же, сейчас же. Но в пересчете на годы вы ничего не добиваетесь. Вы делаете, ну, по сути, ходите по кругу, понимаете? То есть вы не вырветесь из этой... То есть, например, аллергию так не вылечишь, а вот какой-нибудь панкреатит вы просто приглушите, но вы его не вылечите. В этом суть. Поэтому касательно вот этого сока, то есть, в принципе, ну, пейте, то есть это не критично, да, точно так же, как, не знаю, там, квашеная капуста, ну, там есть, конечно, варианты с ней, есть более вредная, есть менее. Поэтому... Все зависит от того, я не могу так оценить вредность этого продукта конкретно для вас. То есть мне нужно знать, какой дальше рацион следует за этим. Поэтому вот так. Да, давай еще так, наверное, будем рассуждать. В природе как таковых соков
Вот из морковки я не видел в природе. Я видел саму морковку. Я знаю, что зайчики употребляют морковку, как она есть. Слизни тоже грызут морковку, как она есть. Соки не выжимают. И поэтому, когда мы получаем соки, мы должны понимать, что это уже не цельный продукт. Это какая-то выжимка и какой-то рафинад. А рафинады, они не всегда полезны, а очень часто бывают даже противопоказаны. Поэтому, на мой взгляд, если уж вы говорите про здоровый образ жизни и про правильное питание, то необходимо обращать внимание, в первую очередь, не на приготовленные вот в таком формате соки или продукты, а в том, так как они есть в природе. Вот это в первую очередь должно... Я бы, знаешь, на что обратила внимание? Ну, это, конечно, не рафинированный продукт, но дело не в этом. А дело вот в чем другом, в чем люди заблуждаются. Значит, вы вот максимум съедите сколько моркови одним махом? Ну, максимум одну какую-то среднюю, да? Вот. А когда делаем морковный сок, почему-то мы туда и две, и три делаем. Вот это неверно, вот где ошибка. То есть, если вы делаете морковный сок, ну, давайте, например, ну, не знаю, какого-то другого овоща или хотите там уже яблоко. Вот. Но только в рамках того, сколько вы съедите этой морковки. Вот. То есть, дело в концентрациях. Исключения составляют лечебные диеты. Тогда да, тогда это уже, если вы это делаете как лекарство, то есть, это ограничен будет срок, ограничено будет время приема, тогда это другой разговор. То есть это не является, то, что является сокотерапией, такое существует в натуропатии, это не является питанием на каждый день. Вот это путают люди, понимаете? Это огромное, просто огромное какой-то миф, рассеянный на массовых форумах сыроедения, кстати. Поэтому не забывайте об этом, что вы же не пьете какие-то БАДы, там, не знаю, если вы их пьете, там, это концентратище, понимаете, огромный. То есть каждый день бесконечно, днями, сутками. То же самое и это. То есть есть лекарственная доза, есть профилактическая доза, а есть просто доза еды. Вот и все. Вот когда я говорил рафинад, то, скорее всего, подразумевал именно концентрат, потому что рафинад – это все-таки совсем уже очищенное, но отчасти все-таки был прав, потому что это близко. Ну, отчасти, да. Близко, да. Но ближе все-таки, именно как ты правильно подметила, что это концентрат. Вот концентраты – это тоже с той же серии, что и рафинад, только рафинад еще страшнее. Концентрат – это то, что близко к этому делу. Поэтому ни в том, ни в другом пользы я не вижу. Когда вы отжимаете морковку, там 3-4 штуки бывает, да, чтобы стакан получить морковки, вы выпиваете, что у вас в желудке остается? Он, сок прошел очень быстро, его там бактерии ферментизировали, что-то там втянулось, и все, и он рассосался, жидкость употребилась, и уже через полчаса готов из вас выйти. Все, что было усвоено, моментально усвоилось. Желудок пустой, человек хочется есть. Морковку, когда кушаете, вы все-таки еще и клетчатку получаете, заполнение желудка и так далее. То есть употребление в том виде, как это растет в природе, очень часто более полезно, нежели то, как это вот уже в выжатом виде. Исключение, конечно... хочу сказать, что лечебные цели, да-да-да, это важно, что есть реально случаи, когда нужно отключить желудок. Да, ну это понятно. Мы же говорим про лечебное, мы говорим про питание, здоровый образ жизни. Да, питание. Да, согласна. Вот, да, поэтому в данном случае мы рассматриваем именно повседневное питание. Вот, поэтому вот это надо все учитывать. Естественно, что есть продукты, которые невозможно в сыром виде применять, как они вот растут. Поэтому здесь надо просто делать выбор, стоит ли эти продукты употреблять или как, стоит ли, не стоит, и если стоит, то когда и как. Тут опять здравомысленно включать. То есть не поймите правильно, что я сейчас всех призываю отказаться от продуктов, которые вот в сыром виде нельзя в рот засунуть и им похрустеть. Например, там грецкий орех, там, да, к примеру. Вот, засовывайте, как он есть, и грызите его, пока там у вас зубы не осыпятся. Вот, дальше. Елена 777, вопрос эфир. Что делать, если в организме не хватает йода? Принимать БАДы или в каких-то продуктах это искать? Как вообще определить симптомы нехватки каких-то микроэлементов в организме, в частности, йода? Только употреблять через продукты. Только. Это максимально... Единственное, что, конечно, определенные продукты, это максимальная вероятность, что вы его усвоите. То, что вы получите из других каких-то доп. Веществ в виде там тех же, не знаю, БАДов или что там еще у нас есть, какие-то прочие там концентраты. Вот. Но учтите, что там есть добавочные вещества, раз. Учтите, что усваивается всегда только определенная норма. То есть вы можете ведро выпить, но усвоится всегда только определенный процент. То есть, ну, так заточен организм для того, чтобы мы просто не умерли от передозировки, понимаете? То есть так устроено. Вот. И в этом есть огромнейшее вообще просто, не знаю, здравомыслие нашего организма, не знаю, того, кто нас устраивал, неважно, как это назвать. То есть, потому что действительно
если даже на примере, вот мы сегодня говорили много об алкоголе, даже на примере алкоголя это видно, то есть организм просто не сможет выпить больше того, вы просто отключитесь, понимаете, вот, физически отключитесь, человек просто уснет там или в кому впадет, что угодно, но просто не сможет. Здесь то же самое. То есть вы просто не усвоите больше, чем надо. Поэтому только из продуктов. Только из продуктов, я вам больше скажу, даже беременные женщины, и я в том числе это прошла, значит, вот эти все магний B6, вот эта вся вот ерунда, которая назначается таблетирована, вот, она должна приниматься только в естественном виде. Вот в продуктах ищите это. Вот, что касается йода, значит, морская капуста, обратите внимание на нее, только ни в коем случае не готовая с супермаркета. Значит, морская капуста, ну, вот если вы не в морском регионе живете, то это, она для вас должна поступать в виде сушеной. То есть только высушенная капуста не содержит морская. Она содержит йод, но не содержит вот этих всех, что там у нас, лаурилы всякие, сульфаты и прочее. Я уже забыла всю эту таблицу Менделеева, которая именно там содержится. Но они очень жестко консервируют, потому что они много влаги. Вот. Иногда есть консервируются уксусом. Это не так плохо для, в принципе, токсичности, но как бы для желудка, сами понимаете. Вот. Поэтому вот обратите внимание на сушеные продукты. Потом, конечно, ищите продукты, у которых много йода. И употребляйте их так, как мы вот говорили ранее. Да? Так, как будто это не еда, а лекарство. То есть смотрите, как вы пьете лекарство. Заметьте, там вы пьете лекарство 3 раза в день, например, 10 дней. Но почему-то, когда мы хотим получить какое-то вещество из продукта, мы его там 2 раза в неделю съели, и как бы думаем, а я же там вещество из этого продукта получаю. Понимаете? Нет, вы начнете применять этот продукт так, как бы вы пили лекарство. Вот если вы хотите реально получить результат, например, там, от паразитов, я пример просто приведу, и многие думают, ну я же съела с борщом чеснок, и думают, все, я там убила паразита. Нет, если вы начнете применять его как лекарство или там как противовирусное средство, против вирусов, вам нужно его принимать как прям таблетку 3 раза в день, четко, там каким-то курсом, 10 дней, там 7 дней, неважно, ну, в зависимости от вашей проблемы. Поэтому касательно йода, то же самое, абсолютно. Найдите перечень продуктов, которые содержат йод. Ну, самое яркое – это морские продукты, конечно же, особенно водоросли различные. Только, я же говорю, в сушеном виде, если это не морской регион. Вот. И принимайте его как лекарство. Вот. Вот несколько раз в день в течение там, курса. Я же не знаю ваши проблемы. Понимаете, я сейчас могу сказать вам дозу. Вот, например, у вас там, какая-то там щитовидкой проблема. То есть так это не делается, конечно. Поэтому только из продукта лучше. Да, но мы еще говорили, что продукт цельный, он не просто содержит какой-то витамин или какой-то там фосфор, калий, магний и так далее, йод, он еще и содержит те необходимые составляющие, которые позволяют организму это все усваивать. Отдельно, да, если и еще момент, извини, пока не забыла, просто вот важный, уточните, значит, нужно еще быть уверенным, что ваш организм не засорен такими, скажем так, гостями в виде паразитов, вирусов и прочих там, значит, млекопитающих, ну, я так грубо их назвала, значит, которые мешать будут этому усваиваться. Это важно. Потому что можно, я же говорю, и бочку, и ведро съесть, оно просто не усвоится. Потому что определенная группа паразитов выделяет такие вещества, такие ферменты, которые просто не дают этому усваиваться. Вот и все. Ну, элементарно с B12 это такая вот история. Вы там можете есть хоть объесться его, продуктов, которые содержат B12, но если там есть паразиты, все, у вас будет B12 дефицитная анемия. Это 100%. Ну вот, да, то есть я закончу. Поэтому если вы употребляете, опять же, искусственно где-то синтезированный то продукт, то в этом случае вы вообще практически ничего не получите полезного. Хоть уешься, хоть горстями это ешь. А если вы получаете природное, то в этом случае цельное, то в этом случае тогда вы, скорее всего, получите то, что необходимо и в том количестве, которое надо. И по поводу уксуса. Уксус рознь. У нас, если вы так думаете, что сейчас пойдете в магазин, где-то купите в уксусе что-то, ну, ту же самую морскую капусту, все будет полезно. Тут тоже есть небольшая такая доля скептицизма с моей стороны, потому что производители сейчас не используют натуральный уксус. Они, как правило, используют уксусную эссенцию, которая потом разбавляется до нужной концентрации, но полученную искусственно. То есть там от уксуса уже ничего нет. И вот это тоже надо учитывать, что, опять же, возвращаясь к искусственному, то, что не природное, то, что получено в лаборатории, оно для человека бесполезно или даже вредно. Давай, время у нас уже мало остается совсем. Мы все-таки давай продолжим. Итак, про йод поговорили. Вопрос эфира от Виктора 80. Чем отличается вегетарианец от сыроеда и что лучше?
Вот что лучше? Вообще такой вопрос интересный, знаете, я часто его слышу и каждый раз отвечаю по-разному, потому что очень сильно зависит, кто передо мной сидит. Потому что есть люди, которым надо мотивация для того, чтобы стать вегетарианцем, надо мотивация для того, чтобы стать сыроедом, и они вот ищут ее в ком угодно. Я вот вас не вижу, к сожалению, поэтому не могу вас промотивировать. Значит, нет такого понятия «лучше», такого нет. Я к этому выводу пришла и как бы изучила очень много наук, и пройдя и вегетарианство, и веганство, и сыроедение, и вообще что хотите, и здоровье питание. Есть самое лучшее – это максимально подходящее вам на данный момент времени, на данный момент состояния вашего организма, система питания. Я надеюсь, я очень понятно донесла. Дело в том, что если на данный момент времени ваш организм не способен переносить формат стопроцентного сыроедения, вам это будет очень вредно. Если ваш организм на данный момент времени не способен переносить стопроцентное вегетарианство, здесь аналогично. Почему так? Потому что, ну, с вегетарианством проще, конечно, потому что просто отключив животные белки, вы, ну, просто выиграете, безусловно. Но если вы не будете выводить продукты распада этих белков из своего организма, то есть они же все равно там делов наделали, понимаете, то, конечно, конечно, могут начаться проблемы. Почему? Потому что, как правило, переходя на вегетарианство, люди начинают бесконтрольно употреблять огромное количество там фруктов, овощей там, и так далее, и так далее. Вот я там частенько мне попадались на форумах такие рекомендации, типа, говорит, я ящик купил, вот там апельсин, значит, на ночь это все дело съел, и вот жду результат. В таком формате есть. Значит, результат будет какой? Если человек вот вчера всеядный, завтра ящик апельсин, ну там завтра я уже утрирую, даже если это будет через месяц, то результат будет плачевный. Значит, в лучшем случае человек начнет истощаться. Почему? Потому что он кормит паразитов. Вот. Потому что продукты распада и гниения вот этих белков, которых вы наели за свою жизнь, вот, они отравляют, продолжают отравлять вашу печень, продолжают отравлять ваш кишечник. То есть, короче говоря, просто стать на какую-то систему питания, нет, ее нет стандартной, ее нет, не существует универсализированной, если так можно выразиться. То есть в идеале вам надо подобрать какого-то хорошего специалиста, который разберется с конкретно вашей ситуацией и поможет. Либо стать им самим, в общем-то, или самому для себя, как бы в этом дело, начать разбираться. Вот такой формат, вот так я отвечу. То есть нету идеальная система. Такого не бывает. То есть те, кто говорят, что вот эта система идеальна, они очень сильно заблуждаются. Либо лукавят. Потому что, если честно, то многие, кто прям на 100, не знаю, там на 200% сыроеды стопроцентные, ой, боже мой, полноценные, да, то значит, ну, есть моменты. То есть люди, которые не понимают, как это делать правильно. Это отличная система для людей, которые идут к этому пошагово, пошагово, не как бы не фанатично. Тогда это хорошая система, безусловно. Но опять же, есть моменты такие, что очень много ферментов, которые расщепляют какие-то определенные, значит, даже фруктозы определенные, они у нас долгое время спали, то есть они атрофированы, их надо пробуждать. Вот, это будет все постепенно, со временем, то есть это должно быть быстро. Но есть определенные продукты, отключив которые остро, я могу их перечислить, их мало. Молоко, значит, вся молочка, ну, исключение может составить сметана, это жиры, это не являются белки. Все, что чужеродный белок, приносит колоссальный вред. Во-первых, это аллерген, на нее выделяется антигистамин. Во-вторых, гистамин, то есть аллерген, да, во-вторых, это все мясное, да, понятное дело, любое. Рыба тоже мясо. Я сразу вопрос как бы наперед опережаю. Вот. Креветки тоже мясо. То есть все это тоже мясо. Вот. Потом, значит, молочка вся, я уже сказала. Грибы. Есть там спорные вопросы по белому грибу. Вот. Мне встречались данные, что ну, я пока это лабораторно сама не проверю, я не могу вам это сказать, так это или нет. Но что белый гриб – это единственный гриб, который, в принципе,
у него другая структура белка, и на него не выделяется гистамин, то есть он не является аллергеном. Это значит, что наша ДНК имеет информацию о том, как усваивать этот белок. Вот. Это нужно проверять, поэтому я смогу вам сказать точно, когда я это проверю. Вот. Поэтому вот так, идеальная система не бывает. То есть она идеальна для вас на текущий момент времени. Ее нужно создать под вас лично. Вот так. Понятно. Ты когда ты сказала про ящик апельсины на ночь, мне сразу такой образ пришел. На утро человек просыпает и говорит: мама, а что это я весь чашуся? Да, так нехилый ящик. Это Чебурашка там только мог ящик апельсин осилить. И то в мультике. Так, ладно, вопрос в эфир от Виктора. Да, кстати, вот по поводу молока, если сказала, то надо же изучить, что русский язык, он на то и русский, что образный, а образы все они не просто так. И если есть такое понятие, как молочный зуб и коренной зуб, то эти понятия тоже не просто так. Вот молочные зубы – это как раз говорят о том уровне развития человеческого организма, когда молоко еще можно принимать, и оно усваивается. А когда коренные зубы, то молоко уже особо-то и не нужно. Оно уже свою работу в организме сделало. И самое главное еще тоже здесь помнить, что молоко необходимо принимать все-таки того вида, к которому вы принадлежите. То есть, если вы жирафье молоко будете пить, ну, наверное, можно попить его. Кто-то, наверное, пьет антилопе, тоже можно попробовать. Кто-то кролика там пытается доить. Но это все не совсем наш вид. Все-таки вот мама должна кормить своего ребенка своим молоком. Не какими-то там прикормками искусственными, ни китовым, ни козьим, ни муравьиным. Там, не знаю, какое там еще молоко можно выдумать, придумать. Не птичьим молоком, вот, а именно своим. И кормить я когда, знаешь, хороший пример привожу, всегда говорю: а дайте свиное. Ты что? А чем разница с коровьим? Объясните. Ну, собственно. Ну, в общем, да, в чем разница свиного и в чем разница коровьего. Так что вот это надо все иметь в виду. Молочные зубы, они рассчитаны на тот период развития человека, когда можно принимать молоко, причем молоко своего вида. Конечно же, бывают случаи, когда что-то случается, что-то пошло не так, и в этом случае необходимо искать какую-то замену. Но мы сейчас говорим не про замену, мы сейчас говорим про нормальное питание. Вот это надо учитывать. Наша передача сегодня не про замены, а про нормальное питание. Итак, следующий вопрос эфира от Виктора 80. Сон составляет треть жизни. Как правильно спать с позиции ЗОЖ? Вот это вопрос тоже такой обширный, но я скажу пару параметров. Ну, я не знаю, о чем он спрашивает. Имеет в виду там, на юг, на север, или он имеет в виду временные рамки, или он имеет в виду, ну, вообще масса всего можно иметь в виду. Я скажу про временные, потому что вот это на юг, на север, это вот, наверное, все-таки больше к энергетика там каким-то. Я вот не... Если честно, вот китайская система фэншуй и, ну, называют ее ведическая, да, то есть она как бы к Индии сейчас привязана. Система Васту-Шастра, они отличаются. Я изучала этот вопрос, потому что это тоже влияет на здоровье. У одних там сказано спать на север, у других сказано спать на юг. Короче, там масса всего запутанного и непонятного. Вот. А по поводу, поэтому я тут, наверное, не подскажу вот вам конкретно. Ну, поэтому попробуйте так и так и так, посмотрите, как вам. А могу точно сказать вам про временные рамки. Вот здесь уже точно наверняка, потому что об этом нам подсказывает наша гормональная система. То есть, в принципе, в идеале мы спать мы должны, когда солнце полностью село, это понятно, потому что очень удивительным образом у нас работает так гормональная система. То есть есть определенные гормоны, которые вырабатываются только когда мы спим. Вот. Вернее, только в определенное время. И причем, что интересно, только при условии, если мы спим. Вот. Ну, один из них – это гормон молодости, это только один из них. Вот. Значит, мелатонин так называемый. Вот, вообще много очень гормонов, которые влияют на головной мозг. Вот. Интересно, да? А значит, как правило, выделяется с 11 вечера до 3 часов ночи. Вообще, вот эта группа гормонов. Вот. И важное условие, чтобы мы в этот промежуток времени спали. Важное условие. Поэтому можно заметить, что люди, которые имеют ночные смены, они очень рано стареют. Вот, у них там начинаются морщины, там очень сильная привязка идет к внешним выражениям тоже, к умственным каким-то возможностям и так далее. И, конечно, очень важно, сколько мы встаем. То есть, безусловно, важно рано вставать. Это большая проблема, честно говоря, у всех, включая там даже меня, если честно, потому что когда ты работаешь, ну, это надо менять, конечно, всем, когда ты работаешь с разной аудиторией, которая там разные временные, скажем так,
границы, потому что у кого-то там сегодня сейчас ночь, у кого-то сейчас утро. Вот, поэтому есть, конечно, такие вот поправки. Но это одно дело, когда это там иногда, другое дело, когда это систематично у человека. Поэтому в идеале вставать нужно, конечно, на рассвете, это безусловно, потому что колоссальный ресурс головного мозга. Я проверяла это лично на себе. Честно, несколько раз ставила вот такой вот задачей прям, значит, все, что нужно было сделать вечером, я вот думаю, нет, да нет, я все-таки попробую так. И вот реально где-то с 6 утра, с 7 невероятно быстро решается то, что ты планировал решить вечером. То есть какие-то задачи, которые нужно решить умственно, да, что-то продумать там как-то. Это гораздо легче получается. Действительно так. Вот. Поэтому вот это могу помочь, что касается сна. Вот. Во всем остальном, наверное, я не подскажу. Понятно. Ну, ты здорово сказала. Здесь можно, наверное, обратиться к нашим древним писаниям. Там сказано, что если вы относитесь к расе, то в этом случае тогда лучше головой спать в сторону севера. А если не красить, то есть, например, там темный у вас цвет кожи и генетика иная, то в этом случае на юг можете спать. Это ваше дело. Поэтому вот эти все учения южные, они отличаются в зависимости от того, кому они направлены были. Если они, или от кого они пришли. Если они были направлены на высшие, скажем так, касты или белые касты, потомков белых людей, которые пришли делиться знаниями, то в этом случае, наверное, надо придерживаться наших заветов. Если же это народы негроидной группы, то в этом случае, наверное, надо придерживаться их заповедям, их учениям. Вот в этом все отличие. Так, дальше. Вопрос в эфир от Ир Белл. Наталья, сегодня дочери удалили кисту яичника. Посоветуйте, пожалуйста, что мы должны предпринимать для восстановления и дальнейшего лечения. Все как-то произошло неожиданно, резкий приступ. Ой. Сложный вопрос. В каком плане? Не сложный, как бы, в принципе. Сложный тем, что это очень индивидуально. Понимаете? Это ну, нельзя такие вопросы решать в прямом эфире. Во-первых, при всех, во-вторых, это ну, как бы определенная конфиденциальность, во-вторых, это очень-очень такой детальный вопрос, который следует изучать. Я же не знаю вообще ситуации. Ну, вот вы бы стали что-то кому-то лечить, не видя никогда, не зная там, ни анализов, ничего, вообще не зная, не понимая, кто перед вами. То есть, ну я, наверное, не смогу отвечать на этот вопрос. То есть, не... Потому что это требует... Это будет некомпетентный ответ. Я не знаю вашей ситуации. То есть я могу точно вам сказать, что обезболить вы можете, так как я обезболить, вы можете эфирным маслом лаванды и вообще помочь снять спазм и так далее. Только найдите качественное. Вот. Мы уже много раз говорили там о качестве. Поэтому ну, я очень, как бы, так сказать, ответственно отношусь к таким вопросам. Вот. Поэтому, чтобы это был некомпетентный ответ, и чтобы, ну, во-первых, он не может даже состояться, этот ответ, потому что я не знаю ситуации. Могу точно сказать, что это гормональные нарушения, конечно. То есть они, видимо, зрели, и тут вот на тебе. Обратите внимание на... Почитайте, может быть, на эфирное масло герани, эфирное масло лаванды. Они способны очень серьезно влиять и улучшать гормональный фон вообще после вот таких ситуаций. Вот. Поэтому, ну, наверное, это максимум, что я могу сказать вот так вот заочно. Угу. Согласен с тобой, что давать какие-то конкретные советы нужно в конкретной ситуации, в конкретном случае, конкретному человеку, зная конкретно что-либо об этом человеке. Но если бы это был какой-то обобщенный еще вопрос, еще, наверное, куда не шло. Хорошо, Елена 77, вопрос в эфир. Существует ли информационный мусор? Как определить, как это делал маленький принц? Выпалывал в душе ежедневно сорняки. Как определить сорняки лично у себя? Как правильно определять нужную информацию? Ну, тут опять же та же самая ситуация, то есть в зависимости от того, чем вы занимаетесь. То есть я думаю, что если человек нашел свое дело, то у него есть там свое дело, свои какие-то хобби, свои какие-то увлечения, в зависимости от того, чем он сейчас занимается и на каком он этапе там формирования личности его, то для него является лишняя информация. Ну, в смысле, то, что не входит в эти параметры, то и будет являться лишней информацией. Ну, то есть какой-то круг интересов себя обрисуйте. Вот. А на остальное не распыляйтесь, тогда будет ясно. Вообще, опять же, если вот я сейчас давала советы по ароматерапии, вообще есть интересные продукты,
типа, например, эфирного масла бергамота или там кедра. Вот кедр там древнейший во всех традициях, и славянских, там, и арабских, каких хотите. Растение, в частности, его эфир из него, он очень способен помогать концентрироваться. То есть если применять хотя бы какую-то аромалампу, вот, только опять же качественно. Да? То есть я постоянно это повторяю, потому что сейчас пойдут в аптеки и купят там какую-то ерунду, и, в общем, начнутся проблемы. Или не будет результата. Поэтому это важно, конечно. Значит, вот это эфирное масло, оно способно помогать концентрироваться вам на тех, ну, как бы, помогать хотя бы подумать, что для вас там лишнее, что не лишнее и так далее. Но, опять же, я же не знаю круг вас, ваших интересов, да, то есть вам, ну, опять, и вот никто не должен знать, должны знать только вы, вот. Поэтому это вообще проблема, если честно. Вот я, наверное, тоже не самый лучший советчик в этом плане, потому что тоже такое, ну, как бы, ну, сама этому подвластна. Вот, потому что как приходится контактировать с большим количеством людей, и каждый что-то свое рассказывает, да, куда-то пытается перетянуть на свою сторону, какие-то свои вносить там векторы интересов, и по-любому ты на это отвлекаешься, хочешь ты этого или нет. Но с этим надо бороться, безусловно. То есть, ну, то есть как бороться? Если у вас уходит на это какой-то 1-2% времени, с этим не стоит бороться, на мой взгляд. Если уходит уже там 20%, тогда да, тогда это уже проблема. То есть, ну, проще говоря, вот, я не знаю, я, например, не из тех людей, которые там бесцельно листают контакты в Фейсбуке и прочие вещи. То есть это всегда четко на какую-то тематику должно быть интересующую. Тогда это будет результативно. Вот. Угу. Здесь, наверное, в самом вопросе есть ответ. Опять же, если мы обращаемся к русскому языку, сорняки происходят от слова «сор». «Сор» – то, что само по себе появляется, ну, если так смотреть, не то, что человек там бросает, то, что само по себе появляется в природе. Вот с этой точки зрения «сор», «сорняк». Вот, поэтому и существует сорняк, а существует культурное растение, то, что идет о культуривании, где необходимо применять какие-то усилия. Так вот, если исходить из этой логики, то сорняк – это то, что само по себе появляется в вашем сознании, и вы следуете, не осознавая, для чего, зачем и как. А роза любая или какое-то культурное растение требует труда для того, чтобы взрастить его. Поэтому вы должны разобраться. Те мысли, которые у вас возникают, они вас ведут к чему? К разрушению, засорению своего сознания, разрушению или все-таки к чему-то полезному и хорошему? Второе. Откуда они взялись? Так ветром нанесло? Кто-то что-то сказал, где-то что-то увидели? Или все-таки это ваше осмысленное какое-то решение, какая-то цепочка ваших рассуждений? Вот. Если вы начнете так думать, так мыслить, то в этом случае вы поймете, где сор, который сам собой, якобы сам собой народился, или кто-то занес его так на крылышках из телевизора, или все-таки это что-то более полезное. И тогда вы уже сможете прореживать, выпалывать сорняки ежедневно, и все у вас будет хорошо. Ну, это так, небольшая подсказка. Я Гриша, вопрос в эфир. Здравия, Наталья. Вчера мама приехала из Болгарии, где отдыхала с подругой, а у подруги дочь с нарушенной пигментацией. Так вот, мама говорит, что у нее это началось после перехода на вегетарианскую пищу. Часть ресниц черная, часть белая, часть волос нормальная, а одна прядь белая, а на лице тоже нарушена пигментация. Ну, естественно, что меня убеждают, что все это от нехватки животных белков, и что нужно хотя бы есть молочные продукты. Ты рано смеешься. Могла ли такая болезнь быть спровоцированной вегетарианством или сыроедением? Ой. С чего начать? С главного. И могла, и не могла. Сложно ответила. Значит, почему могла? Потому что это чистка. Это не более чем чистка, первое. Во-вторых, все, что связано с шелушением кожи, головы, ногтей, с изменением цветов, пигмента и прочее, это все паразитология. Есть такая наука чудесная, микробиология называется. Так вот, значит, вирусы, паразиты, грибы, простейшие, и вся вот эта вот среда, это то, что я говорила вот чуть ранее, да, чуть выше. Вот. Она вся там так и осталась. Поэтому это то, о чем я говорю, что нет панацеи, я вегетарианец, я здоров. Такого нет. То есть вы будете здоровы через какое-то время, если это будет какая-то система. Но то, что вы наели,
это обязательно будет вылазить. Поэтому как только вашим товарищам из науки микробиологии перестанет поступать их привычная микрофлора, они начнут очень серьезно давать об этом знать. То есть различными нарушениями в виде, там, я же говорю, чесания, пигментации и прочих вещей. Поэтому это все оттуда, конечно же. Поэтому частично, да, это, конечно же, от этого. Но не потому, что именно эта система питания к этому привела, а потому что к этому привела как раз-таки та система питания, которая была впредь. Если вы будете давать молоко, вы еще лучше убедите ситуацию. Вот. Причем, что интересно, временно симптоматика может исчезнуть, потому что они наконец-то начали опять получать свою микрофлору, да, то есть нужную. И вам думаю, вы думаете, ух ты, класс, начал есть молоко, все, точно из-за нехватки молока. Вот такая прямолинейная, тупая, вот такая, я не знаю, баранья логика это. Понимаете, то есть, ну, если бы все было так просто, все было бы так просто. Но, к сожалению, не все так просто. Вот. Поэтому, да, частично из-за того, что вы поменяли питание, я же говорю, но не из-за того, что это в принципе питание само влияет, а из-за того, что, в общем-то, так, как я объяснила. Дмитрий, я думаю, знаешь, есть что надо просто ответить. Дмитрий, очень хорошим доводом будет вопрос, а у всех ли вегетарианцев или сыроедов это проявлено? А все ли вегетарианцы и сыроеды ходят с половиной бровей черными, и, там, с половиной белыми, с половиной там, волос черными, с половиной белыми? То есть, если это прослеживается, ну, даже не у всех, а хотя бы у 30% сыроедов или вегетарианцев, вот тогда надо бить тревогу, и тогда срочно надо бежать и кушать в большом количестве животные белки. Если это просто выскочило у подруги, вернее, дочери подруги, то в этом случае надо посмотреть внимательно, а что конкретно там могло произойти, кроме того, что они увидели. Потому что очень часто человек видит то, что ему попадается на глаза, но не замечает то, что скрыто с его глаз на первый взгляд. Вот и все. Ну вот опять же, да, вот опять же, я как бы всегда агитирую за то, чтобы, ну как бы склоняю людей к тому, чтобы не было вот этого резкого перехода. То есть если вы не почистили организм, если вы не пролечили всех вот этих из науки микробиологии, да, вот, товарищей, то, в общем-то, вам переходить смысла нет, потому что ничего не изменится, понимаете? То есть все как было, так и будет продолжаться, с одной только разницей. Они станут более агрессивнее, вот, они начнут вас, ну, в общем-то, доедать. Ну, я так очень утрирую, но примерно суть как бы в этом. Понимаете, то есть поэтому, конечно, будет сложно выживать, конечно. То есть я, короче говоря, к чему веду, что просто перейти, поменять систему питания, этого мало. Если бы все было так просто, то, конечно, бы не существовало бы медицины вообще никогда. Но она же была и много веков назад, да, она же была, то есть, и так далее. А, конечно, была другая. Конечно, много болезней не существовало, которые есть сегодня. Но, тем не менее, поэтому я вам рекомендую, в общем-то, пролечить всю грибковую флору, которая только существует. То есть грибы, глисты, все это дело надо пролечить. Вот. Поэтому вот так. Угу. Ну, еще несколько вопросов, будем заканчивать. Вопрос в эфир. Посоветуйте, Дмитрий П., посоветуйте, где найти правильную детскую развлекательную и учебную литературу, ведь даже в старых сказках вскользь упоминается об алкоголе. Как профильтровать всю эту информацию, если уже заранее профильтрованные источники? Вы знаете, вот меня этот вопрос еще только ждет, потому что нашему ребенку годик, и меня это еще ждет. Вот это, я думаю, что это еще один пласт, который придется таки изучить. Вот, я бы очень хотела, чтобы появился такой специалист, который бы это сделал за меня. Вот, я просто воспользовалась его услугами. Вот я вот, Леша, тебе говорю еще раз, давайте найдем такого какого-то. Потому что действительно литература просто ужасает вообще. Даже те сказки, которые там предлагаются и так далее. Вот, поэтому я, наверное, здесь не подскажу вам, к сожалению, потому что я еще туда не ныряла, в эту область. Я как бы знаю о проблеме, о ее существовании, там, как бы, ну, попадались мне шедевральные какие-то, конечно, современные сказки, в кавычках. Вот, но что касается, как бы, чем заменить аналогов, ну, не знаю, наверное, первое, с чего мы начнем, это, наверное, какие-то там пушкинские сказки, там, старые, на старом каком-то русском языке. Ну, по-моему, это... И, конечно, вот как бы я поступала и как я планирую поступать, это, безусловно, перечитывать все перед тем, как вы даете ребенку. Также мы поступаем сегодня с каким-то видеорядом, да, то есть если я вижу там какой-то видеоряд идет, там, не знаю, там, ну, понятно, что он там
может нажать какой-то планшет или еще чего-то. Это же как бы современный мир, это, вы ее как бы не спрячете в лесу. Вот. Да и цели такой не стоит. Вот. Но если увидишь, что песня адекватная, вроде бы там какая-то уточка где-то там покрякала, ну я так, да. Но при этом видеоряд какая-то жуть вообще, там какая-то трехглазая утка. То есть мы это сразу все исключаем, искореняем. То есть, понимаете, то есть это все надо фильтровать, самому просматривать. И, конечно, вот эти вещи, там, опять же, от родственников, там, от знакомых, которые, да ну что ты, там, это же один раз, или вот это мне больше всего нравится. Она ничего не понимает, ей там всего лишь годик. Это говорят люди, которые не обладают полнотой и широтой ЗОЖ, понимаете? Вот как бы такой очень хороший итоговый момент эфира, понимаете? Вот. Ну, вот так, наверное, отвечу на это. Угу. У меня есть такой пример одного знакомого, когда он купил сказки, ну, хорошо оформленный, такой большой сборник детских сказок, думает, ну, сейчас буду я читать и с ребенком развиваться. И хорошо, что он начал предварительно сам с ними ознакомливаться. И когда он прочитал, он просто пришел ко мне и говорит, слушай, жуть какая-то вообще невозможно, там все подменено, там вот вместо вот это, вместо вот это, говорит, я помню вот в детские сказки, когда мне читали старые книжки, там было вот так, а тут совершенно по-другому, смысл заменен. И тут какие-то явные призывы к нездоровому образу жизни. Ну, мы с ним так посидели, я говорю, знаешь, что я сделал? Возьми маркер просто, или там вот эту заклейку, заклейте слова и напишите слова, которые тебе нравятся. Или там предложение. Вот он взял этот корректор, маркер, как это, корректор, наверное, да, белым, который замазывает. Uh-huh. Вот, замазал все это дело, написал те слова, и, в принципе, вот таким образом проблема была решена. То есть он не выкинул эти книги, а просто-напросто немножко скорректировал. Вот как один из вариантов. Прочитайте, посмотрите. Еще, да, это вообще отличный пример. И я бы еще сильно рекомендовала, когда вы покупаете литературу, смотрите издание. Не читайте саму книгу, когда приобретаете, читайте, кто издал, и какой год, какой год. Вот чем ближе сюда, к нам, можно сразу откладывать, сразу, даже не заморачиваться вообще. Вот, потому что вероятность того, что это вот примерно такой пример, как ты сейчас говорил, будет 100% почти. Вот. И смотрите издательство. То есть если... Вот я вот иногда так поступаю, смотрю, значит, издательство такое, ага. Захожу в интернет и смотрю, что это дочерняя компания, какой-нибудь там United... и так далее, понимаете. Вот. Все, сразу для меня как бы книги этого издательства, она может быть зарегистрирована даже на территории там где-то славянских стран, но тем не менее это какая-то дочерняя компания, там ее корни тянутся далеко, в общем-то, это все очень легко узнать. Просто люди даже этого не делают, они даже эту цепочку не пытаются отследить. Вот. И все, мы это как бы это, все книги этого издания сразу откладываем, все. Вот. Если это какое-то небольшое издание там где-то, вот, ну, вот, я бы еще так поступала, такой тоже совет. Угу. Хорошо. Так, дальше. Дальше. Дима задает вопрос к вопросу образования, здорового образа мышления. У Синельникова ВВ есть общеобразовательная школа такого направления, как я понимаю. Думаю, ему есть что сказать по этому поводу. Да и на многие другие на Народно-Советском радио обсуждаемые темы. Дмитрий, если есть выход на Синельникова, пожалуйста, приглашай, будем счастливы с ним пообщаться. Я только за. Угу. Дальше. Дмитрий П., вопрос в эфир. Что вы считаете насчет Wi-Fi и мобильных телефонов? Сейчас каждый второй, а в среде молодежки каждый первый носит в своих карманах мобильный телефон. Ведь электромагнитные волны, которые имеют высокую интенсивность, негативно влияют на организм. Как уберечь детей и как достучаться до окружающих людей, чтобы они перестали пользоваться хотя бы постоянно электромагнитными устройствами, электронными устройствами? Ой, да плохо, конечно, все в этой сфере у всех. Даже у тех, которые супер ЗОЖ. Вот, плохо все с этим, конечно, потому что нет альтернативы, понимаете. Ну, как бы самое меньшее, что можно сделать, это не делать в доме проводку Wi-Fi. Или хотя бы отключать его там на ночь. Это самое меньшее. Конечно, это все вообще жуть. Вот. Но как это все заменить и как этого избежать, я пока не знаю, честно. Вот это тоже проблема, я не знаю, это проблема уже экологического IT, я не знаю. То есть надо еще таких специалистов искать, да, каких-то таких вот в этом ракурсе. Вот, потому что это, конечно, еще одна проблема, которая вылезет. Я думаю, что уже ближайшие лет 50
она вылезет очень остро, потому что постоянно жарится в микроволновке под Wi-Fi, конечно, это вот. Ну, потом, если мы живем в квартирах, нам отключать Wi-Fi в квартире, ну, наверное, смысла маловато. Если вы в доме, конечно, у вас там, у людей, которые в доме, у них намного больше преимущества. Потому что как бы отключил, ну, там у вас какая-то зона есть более-менее. В квартирах с этим еще более сложно. Вот, поэтому эта проблема, да. Я не знаю, как ее решать. Давайте найдем такого специалиста, который, не знаю, разработает что-то менее, какую-нибудь тарелочку с яблочком вместо интернета. Я не знаю. То есть это реальная проблема, да, согласна. Ну что ж, в принципе, мы все вопросы рассмотрели, дальше там уже между собой люди в чате общаются. Для меня ответ очевиден. Если мы говорим про молодежь, про детей, то дети, в общем-то, воспитываться должны взрослыми людьми. Если у человека в голове что-то есть, то в этом случае он это что-то должен передать своему ребенку. Я исключаю что-то, если это какой-то негатив или какой-то дурной опыт, или какая-то... Хотя нет, дурным опытом тоже можно как-то делиться, чтобы он не делал ошибки. Но есть какая-то глупость. Не надо делиться только глупостью своими детьми. Надо что-то разумное сеять в своих детей. Так вот, если вы общаетесь со своим ребенком, то в этом случае вы как зрелый, мудрый человек сможете до него донести всю информацию и найти такой способ его жизни, где вот эти всякие Wi-Fi и электронные гаджеты были очень-очень минимизированы, чтобы они были на втором, третьем, десятом плане. Естественно, сейчас начнут разговоры, ну как же так, вот он в детский сад ходит, сейчас там в детском саду у всех планшеты, и в школу пойдет там планшеты. А вот так, если ребенок разумный, то в этом случае он будет понимать, где нужно употреблять это, а где не нужно употреблять. И как сделать так, чтобы это было меньше в его жизни. Но мудрость у ребенка, она воспитывается в первую очередь. Конечно, она передается сверху откуда-то, но в первую очередь на нее влияют родители. Это примерно то же самое, как сказать, ну вот розу мы посадим где-то там в поле, и все будет хорошо и замечательно. Нет, роза такая, в общем, в скором времени будет задавлена сорняками. А мы же говорили, что сорняки надо выпалывать, надо разбираться, где сорняк, а где культурное растение, и, в общем-то, делать определенные выводы. Поэтому, если вы с ребенком общаетесь, если вы участвуете в его жизни, и если у вас несколько детей, то в этом случае тогда вы на правильном пути, и все у вас получится. Еще один радикальный хороший способ – это каким-то образом уходить из тех мест, где очень сильно эти всякие Wi-Fi излучения проявлены. То есть искать место обитания такое, где больше находится ваших единомышленников, где Wi-Fi не приветствуется, где телефонами пользуются для того, чтобы позвонить, а не для того, чтобы развлекаться с ними, ну и так далее и тому подобное. То есть применяет вещи по назначению. А назначение определяет ваше здравомыслие, ваше мировоззрение. Ну, как-то вот так. Ну что, будем подводить итог сегодняшней нашей встречи? Да-да. Ну, давай тогда завершай. Может быть, там что-то тебе есть там, посоветовать, сказать и так далее. Я вот еще одну реплику по поводу последнего вопроса касательно влияния там на молодежь и так далее. Значит, это все зависит от культуры в семье. То есть если ребенок это все, если ребенка в семье не читают, понимаете, то заставить его читать будет сложно. Если у него все сидят с телефонами круглосуточно, то заставить его не сидеть с ним будет сложно. И так далее. То есть все зависит от культуры, вот, которая идет в семье, конечно же. Поэтому надо начинать с себя. Вот. Очень многие люди изменяются ради детей. Это, ну, меня лично это очень радует. Вот, потому что хотя бы так, если они не могут для себя, но хотя бы для детей. Да, потому что... Ну, это такая супермотивация. То есть они изменяются там, в поведении, там, в питании. Очень многие изменяются только благодаря детям. Я-то знаю такие примеры. Вот. Поэтому, на мой взгляд, это одна из сильнейших вообще мотиваций, которая должна быть. То есть понятно, что для себя это все-таки более сильней. Но, как бы она не более сильней, она более устойчивая. Потому что когда ты меняешься для себя, ты как бы ну, в ней уже утвержден, и все. И вот эта мотивация уже железна, железобетонна в тебе навсегда. Вот. Это как бы, это когда вот курильщики там курить бросают, то если их закодировали там или еще что-то, то это ненадолго. Если он сам решил, то это уже все жестко. Но в основном есть, конечно, исключения. Вот. В качестве итога, что хочу сказать, что я как бы, ну, цель этого эфира такого, это
ну, на мой взгляд, это поиск профессионалов в каждом из вопросов, которые вот мы сегодня озвучили. Смотрите, и IT-технологии, какие-то более экологичные, может быть, и различные там люди, которые в сфере общения, образования, не знаю, там, сельского хозяйства и так далее, да. А вот, это огромная проблема выращивания вот подобных людей, именно специалистов, в каждом в своем деле. Вот. Вот, на мой взгляд, что основной как бы посыл вот эфира – это нам нужно совместно как-то думать над тем, чтобы развивать как бы, и культивировать это, что ли, да, вот приглашать таких людей, искать таких людей, потому что те люди, которые стали на путь здорового питания, они с этого начинали, в основном все, в основном. Они рано или поздно придут ко всем этим пунктам, рано или поздно. И мы столкнемся с таким огромным, колоссальной нехваткой как бы специалистов, и эти области просто вот они, ну, в никуда уйдут. Поэтому вот одну из таких задач хотелось бы сегодня донести. Вот, и такой совет еще небольшой касательно здорового образа жизни. Это... начинать все с мыслей. То есть не с питания начинается это все, не с питания. Потому что вы очень быстро вернетесь и в питание вернетесь на нездоровый, на не на ЗОЖ, да, а если вы не начали с мыслей. Вот. Я бы еще посоветовала бы привлекать людей на подобные мероприятия, на данном радио в том числе. Потому что ну, с этого все начинается. То есть если человек не задумывается даже об этом, то все, в общем-то, так и останется. Поэтому, ну, давайте вот закончим на какой-то приятной такой ноте, да. Это я хотела пожелать всем. Ну, вовлекать знакомых – это не совсем хорошее слово, но я не могу сейчас, у нас уже так поздно, не могу сейчас соображать уже, чтобы мы все-таки как бы цель каждого эфира была очень практичная, и чтобы люди… реально задавались целью, да, то есть в разговорах не надо, как мы правильно с Лёшей говорили, что вот надо, а чтобы мы реально задавались целью и как бы и все-таки делали какие-то первые шаги к ней, к этой цели. То есть надо создать, там, не знаю, садик какой-то или систему садиков. Значит, давайте делать какие-то конкретные шаги в этом вопросе. Надо там создать культуру воспитания экологических детей, более экологичных. Значит, давайте создавать эту систему, искать людей и так далее. Вот. Поэтому мой такой посыл вот, и пожелание, что, может быть, в каждом, может быть, в ком-то из нас есть такие задатки. Вот. И, может быть, нам стоит обратить внимание на то, как бы, какие есть еще ресурсы в каждом из слушателей, может быть, и, может быть, полезен обществу в том числе. Вот такой у меня совет и посыл, скажем так. Ну что ж, хороший посыл, замечательный. Очень часто ставят вопросы, и мне задают, и вообще, а как вообще влиять на общество? Проблема больше с окружением, не со своим там, близким человеком, а с окружением. Как влиять на общество? Как исправить что-либо в обществе? Ответ простой. Меняйтесь сами. Осознавайте все сами. Иногда кажется нам, что мы уже все знаем, но это из серии гордыни. Иногда кажется, что мы уже все умеем, но жизнь показывает, что это нам только кажется. Поэтому, если вы меняетесь в лучшую сторону, то, следуя законам материальности мысли, жизнь также меняется в лучшую сторону. Появляются те самые люди, которые вам соответствуют по вашему уровню мировоззрения, по вашему уровню мышления. И тогда и меняется мир. Если же вам только кажется, что вы изменились, если вам только кажется, что вы проснулись, пробудились, то это очередное заблуждение, которое очень страшно, потому что любое заблуждение ведет к серьезным проблемам. Поэтому все очень банально. Меняйтесь сами, изменится мир. А для того, чтобы изменились сами, как раз существует радио, где мы пытаемся что-либо донести. А для того, чтобы изменился мир, существует опять же радио, которое создано для того, чтобы объединять людей, которые хотят что-либо изменить в этом мире и понять, что происходит, почему и как.
Вот такие простые советы и ответы от меня. Я благодарю Наталью Чернову за ее участие в эфире в роли автора соведущей программы по здоровому образу жизни. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 15 сентября 2016 года, четверг, по одному из старинных 36-й день завершения 7524 лета, шестица. Прощаюсь с вами, желаю вам всего самого-самого доброго, включайте здравомыслие. Становитесь настоящими человеками. Не думайте, что уже стали, а именно становитесь. Хотя думать, что стали, это тоже полезно, потому что мысль в чем-то все равно материальна, да, как мы уже выяснили. Но вот как-то так. Желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч. Услышимся. Народное славянское радио. Все нужно, все важно.